Да, все, вот вам слово. Добрый вечер, друзья. Спасибо, Елена. Очень рад всех видеть, у меня слышать. У меня к вам пока два вопроса очень важных. Если можно, пожалуйста, поставьте плюсики те, кто видел фильм «Психо». Вот кто его видел? Давайте поставим один плюсик, чтобы я понял, сколько у нас людей из присутствующих видели картину. Я буду стараться не спойлерить, конечно же, да, но тем не менее, все равно нам придется касаться сюжетной ткани фильма. Да, давно, это хорошее уточнение. Да, хорошо. И если можно, еще два плюсика. Те, кто был на нашем прошлом семинаре, посвященном титрам, вступительным титрам к фильму. Итак, плюсик те, кто видел фильм «Психо», когда угодно, хоть 5 лет назад, хоть 10, хоть 100 лет назад, неважно. Ну, хорошо, 60. Фильму в этом году исполнилось 60 лет. Вдруг кто-то был на премьере этого фильма, не знаю. Вот, неважно, когда. И два плюсика те, кто был на прошлом нашем семинаре, посвященном титрам, вступительным титрам, открывающим титрам. Это действительно такое мощное совершенно произведение, где все очень важно, где даже вступительные титры мы разбирали 1,5 часа, так до конца их и не добрались. Я сейчас вот с ужасом думаю, как мы успеем разобрать сцену в душе. Я думаю, что мы не по кадру, наверное, пойдем, а по каким-то таким сегментикам все-таки, да, то так же дробно, но возьмем большие сегменты, иначе мы просто завязнем, даже до душа не дойдем. Запись осталась с разбором титров, и, насколько я понимаю, она есть в анонсе мероприятия, ее можно. Да, вот если можно, Лен, я вас попрошу ссылочку бросить, или кто-нибудь из коллег, кто есть в чате, пожалуйста, бросьте ссылку на ту запись, где мы разбираем вступительные открывающие титры. Если Подпишу, можно, да, да. но я думаю, что в течение вечера это не обязательно делать сию секунду. Да, но вот сейчас мы ссылочку попробуем, да, раздобыть. Итак, регламент у нас такой. Я сейчас несколько слов вот таких вступительных скажу, потом мы будем смотреть маленький фрагмент фильма, прям микроскопически, несколько секунд. Я его останавливаю, и мы начинаем разговаривать. Я вас прошу поднимать руки. У вас есть такая функция электронная поднятая рука. Вот, давайте порепетируем. Вот здесь есть, там, где такая рубрика «Участники», есть такая возможность, там написано, поднять руку. Участники, три точки, и вот там есть разные функции, в том числе поднять руку. Давайте сейчас просто научимся поднимать руку. Пожалуйста, поднимите руку, если можно. О, уже я вижу 8 поднятых рук. Прекрасно. 17. 18 из 42. Друзья, обращаю внимание, что это не знак «классно», да? А именно поднятая рука, потому что я сразу же вижу, у кого поднята рука, кто вообще здесь хочет высказаться. Если у вас есть какое-то желание высказаться, что-то сказать, чем-то не согласиться, может быть, да, пожалуйста, делайте это. Так, ну что, половина, чуть меньше половины нашли эту функцию поднятой руки, а другая половина не нашла, я так понимаю, да? Может быть, пояснить как-то более четко, вот, кто нашел, давайте. А, нет, все-таки я вижу, что люди находят. 24 человека. 20. Ой, как хорошо. 28. А, поскольку у меня немножко другой интерфейс, как у организатора, я знаю, что нужно искать рубрику «Участники». Там будет три точки. И вот будет функция «Поднять руку». Когда вы выскажетесь, пожалуйста, не забудьте отпустить электронную руку, потому что я буду думать, что у вас есть еще какой-то комментарий или вопрос, и буду вас допрашивать. А оказывается, вы уже давно высказались. Хорошо, друзья. А, внизу чат, поднять руку, вопросы и ответы. Ага, все, поскольку это форма вебинара, да, да, понимаю. Прекрасно. Значит, у участников Ольга пишет, просто внизу страницы есть опция поднять руку. Очень хорошо, далеко найти, говорит Вячеслав. Итак, внизу чат, поднять руку, вопросы и ответы. Вот там есть функция поднятой руки. Хорошо, тогда я вас прошу опустить пока руки. Те, кто уже это сделал, те, кто вдруг еще не обнаружил, то поднимите. Так. Там можно научиться это делать. В самом низу есть
опция поднять руку. Спасибо. Хорошо. Тогда давайте двигаться дальше. Я скажу несколько слов про то, что в этом году действительно такой очень важный. Это очень важный год, очень важный момент, потому что совсем недавно, да, Хичкоку исполнился 121 год. Не круглая дата, тем не менее, очень важная дата. И как раз в этом году исполнилось 60 лет со дня выхода в прокат фильма «Психо». И это такой важный очень фильм. По этому случаю компания «Нойкино» перевыпустила его. И я вас, конечно же, призываю сходить на эти показы, сходить, посмотреть эту картину на большом экране. Этот шедевр мирового кино. Я не очень люблю слово «шедевр». Крайне аккуратно, осторожно его использую. Но вот здесь я не могу произнести это слово, это про самый настоящий шедевр, очень мощное произведение, и действительно оно очень-очень многое изменило в мировом кинематографе. Так вот, мы с вами сегодня посмотрим с маленьким захлёстом «Сцену в душе». Самый знаменитый фильм, сцену этого фильма, я думаю, что даже если вы ее не видели, то вы о ней слышали. Как минимум вы о ней слышали, но я думаю, что большинство, конечно же, ее видели. Давайте прямо сейчас я запущу функцию демонстрации экрана. Демонстрации экрана. И мы с вами окажемся в моменте фильма, когда наши герои Норман Бейтс и Мэрион Крейн вечером в мотеле, напомню, Мэрион Крейн с 40 тысячами долларов отправилась к своему любовнику из своего маленького городка. Она эти деньги фактически украла, ей нужно было их положить в банк, но она решила их в банк не нести, а прыгнула в машину, поехала к любовнику, потому что эти деньги решают все их проблемы. Вот абсолютно все. Они оба стеснены в средствах, любят друг друга, но деньги являются очень важным препятствием для их дальнейших отношений, для их дальнейшего счастья. И вот она едет по дороге, она заблудилась и оказалась на старом таком заброшенном шоссе в Бейтс-мотеле, в мотеле семьи Бейтсов. И вот Норман Бейтс, которого играет Энтони Перкинс, кормит ее ужином, они разговаривают в неком офисе, значит, тут она берет молоко, и все, они расстаются, она пошла к себе в номер соседний с офисом, а Норман обнаружил, что она проговорилась в книге, в этой амбарной книге регистрации. Она назвала себя другой фамилией, не Мэрион Крейн, а Мэрион Сэмюэлс, потому что ее любовник зовут Сэм. Такую решила она фамилию взять вымышленную. Но когда они разговорились, когда она отошла, когда она не стала так сильно дергаться, она сказала свою подлинную фамилию. Ее запомнил Норман, и он знает, что Мэрион врет. И мы знаем, что он знает. Но Норман Бейтс очень приятный молодой человек. Это важно, что мы с вами сегодня привыкли к обаятельным злодеям, к обаятельным негодяям, к обаятельным антигероям. Но для того времени это было тоже сенсацией и шоком, что Энтони Перкинс, такой голливудский принц, который играл роли, ну вот просто таких сладких мальчиков, вдруг оказывается, да, персонажем с двойным дном. Итак, смотрим вот такую вводную часть к «Сцене в душе». Потом я остановлю, и вы расскажете мне вот что. Подумайте, пожалуйста, вот зафиксируйтесь вот на чем. Мы очень стараемся сейчас считывать ощущения, эмоции. Что вы почувствовали? Не что вы увидели, не почему вы это почувствовали, да? Не как это показано, да? Они там нарамы влево, нарамы вправо, тревелинг, там и так далее, доли шот. Нас пока это ничего не интересует. Нас интересуют только ваши ощущения и эмоции. Вот в этом кусочке. Что с вами происходит? Что вы чувствуете? Хорошо? Поделимся вот этими вашими переживаниями. Смотрим.
Вот достаточно. Давайте я сейчас включу демонстрацию, чтобы видеть ваши руки. Пожалуйста, если у кого-то есть желание высказаться, пожалуйста, поднимайте ваши электронные руки, и мы с вами поговорим. Вот у Марины давно рука, я вижу, поднята. Это рука тренировочная или уже есть какая-то мысль или ощущение? Так, мы делимся впечатлениями, ощущениями, эмоциями пока только. Пожалуйста, отключите, точнее, включите наоборот микрофон, чтобы у вас выключен, Марина. Так, какая-то у нас техническая неполадка. А больше у нас нет желающих, да, высказаться? Я не вижу больше никаких рук. Пока, да? Ну, да, давайте я начну, если вы... А, нет, вот Катерина хочет. Да, Катерина, пожалуйста, подключайтесь, говорите. Да, Катерина, нужно включить микрофон. Ага. Да, добрый день, Всеволод. Очень рада снова слушать вас. Спасибо, я тоже рад, что вы здесь. Не так много, на самом деле, чувств возникло, но сначала это было просто какое-то ощущение жути, что ли, и одновременно неловкость, а в конце, вот за счет музыки, у меня было ощущение буквально какого-то холодка по коже, вот. Спасибо, хорошо. Спасибо, Катерина. Так, есть ли еще желающие высказаться? Ужас, неловкость, да? Так, хорошо. Вот человек с ником Марголит, я не знаю, это Евгений Яковлевич Марголит, это Мария Марголит, это Александр Марголит, или кто-то другой неведомый мне Марголит, я не знаю, пожалуйста, говорите, кто вы? Это Маруся Марголит, здравствуйте. Маруся, Всего. Очень приятно. Мне очень приятно. Меня на самом деле всегда поражало в этой сцене ощущение полного моего бессилия, как зрителя, как человека. То есть у меня было ощущение, что Хичкок дает вот это вот понимание всей ситуации, но он дает зрителю понять, что тот ничего не может сделать. Вот у меня всегда возникает именно оно. Вот как раз с этим ощущением ужаса, но вот это бессилие жуткое, оно как-то всегда, да, меня посещало. Это очень интересное ощущение, да, бессилие, потому что действительно мы, как зрители, находимся как бы рядом, правда? И да, в самом да, начале да. фильма мы там буквально уже примостились на кроватку к ним, да, в их номере у Сэма и Мэрион. И здесь у нас вообще, он, на мой взгляд, в этом фильме анализирует творческим образом, конечно, не научным, комплекс Бога, который есть у зрителя, потому что у нас у всех есть комплекс Бога в том смысле, что мы взираем как бы сверху на все на это, да, мы защищены экраном, никакой монстр на нас не выскочит. Мы неуязвимы, мы, как правило, знаем немножко сюжетного материала на шаг вперед, да, мы знаем чуть-чуть побольше, как правило, да, и поэтому вот это ощущение вот действительно такого всевластия. И очень здорово, да, что вы формулируете это как ощущение бессилия, вроде бы как бы я-то могу, я-то уже, она еще не видит, что он странный. Что он подглядывает, она это еще как, не догадалась. Это как сон, в котором не можешь убежать. Ты понимаешь, да. что тебе нужно бежать, но ты не можешь двигаться. Это вот такое же ощущение. Угу. Причем здесь еще интересно, что можно же было бы ее там как-то предупредить, наверное, да, что-то, не знаю, сказать ей, но это невозможно. Потому что вот здесь, да, это такое вот ощущение у меня тоже возникает, да, с одной стороны, связанность с тем действием, которое разворачивается на экране, с другой стороны, я, экран непроницаем, да. Правда, это интересный момент, действительно, да, вот бессилие, ватные ноги, да, и некуда дальше бежать. Это прямо интересно. Спасибо большое, Мария. Пожалуйста. Спасибо. Так, Ольга, пожалуйста. Да, добрый вечер. У меня вот, как уже кто-то здесь написал, конечно же, возникло ощущение тревоги. Мне кажется, здесь очень большую роль играет музыка, конечно. Вот, потому что музыка однозначно тревожная. Вот, но вместе с этим возникает ощущение такого внутреннего метания, как у героя. То есть мы видим, что в нем рождаются какие-то мысли, что, причем они не как-то стройно, видимо, текут в его голове, а они, скорее всего, такие достаточно рваные, и движения его становятся такими стремительными, вот, неплавными. Он вроде как
и на что-то решился и сомневается, и вот это вот ощущение такой нестабильности, какого-то, какой-то потери баланса внутреннего, вот оно у меня есть. Спасибо, спасибо. Да, тут интересно, нам действительно больше показан он, да, чем она. Действительно, вот что с ним происходит? Какой-то выбор его мучает, какое-то решение он мучительно принимает, возможно, даже до конца не осознавая, что это за решение. Да, это правда. Он в некой развилке, и мы, да, вместе с ним. Яна, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Слышно меня, да? Да, прекрасно слышно. А, супер. А, у меня тоже было ощущение тревоги и на такой нарастающей опасности и нарастающего напряжения. Угу. Она эскалируется, да, тревога? Нарастает? Да, 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 она нарастает. Почему? Когда... Почему она нарастает? Потому что он что-то начинает делать, он что-то видно, да, что он принял какое-то решение, он куда-то идет, и сейчас он точно что-то будет. Прямо очень страшно. Спасибо, спасибо. Да, да, действительно, есть такое предчувствие, да, ожидание. Собственно, и рождается тот самый саспенс хичкоковский знаменитый, да, когда мы знаем больше, чем героиня. Очень важно для саспенса классического по Хичкоку разница в информации, это самое, о которой я уже говорил, да, когда мы знаем про опасность, а герой не знает, или мы знаем больше, нам дано больше карт открытых, чем они есть в голове у героя. Это важно очень, да, поэтому тревога, это саспенсовое состояние, ну, конечно, здесь очень здорово работает саспенс, мне очень нравится русский его эквивалент, русскоязычный эквивалент этого выражения, сидеть как на иголках. Да, и вот все больше и больше впиваются эти иголки в то место, извините за грубость, на котором вы сидите. Наталья, пожалуйста. Дорогая меня Наталья, слышно? Добрый вечер, да, рад вас видеть. Ой, вот сейчас я вас перестал слышать, Наталья, извините. А сейчас? Вот сейчас вроде бы слышу, да-да-да. Ну, поскольку это уже не первый просмотр «Психо», то, в принципе, я в этот раз сегодня смотрела, что кадры все очень медленные. Он медленно рассматривает Марион, и Марион на самом деле немножко неестественно находится в кадре, но она же могла, например, раздеться в другом месте. Ну, все достаточно искусственно, но красиво, но искусственно. И медленно. Конечно, она здесь раздевается исключительно потому, что это место удобно Хичкоку, да, это такая прям жесткая функциональность, здесь, согласен, норма должна подглядывать, естественно, ну, может быть, сегодня действительно кто-нибудь, этот фильм переснимая, сделал бы так, чтобы видели только часть тела Мэрион Крейн, да, а тут у нас это ровно в композиционной части этого, да, кашетированного кадра, но, ну да, безусловно, все-таки Хичкок эстет, да, и он, вот в этом есть некая искусственность, я здесь соглашусь, да. Хорошо, спасибо большое, Наталья. Тогда, если нет пока реплик других, я вернусь к самому началу кусочка, и мы будем его смотреть с какими-то остановочками, потому что здесь очень-очень важные вещи существуют у нас, которые нужно проговорить. Итак, вот он входит в этот офис. Вот уже достаточно, мне кажется, кадр, чтобы мы вот его могли разобрать, проговорить. Какой это офис? Даже сейчас можно говорить не то, какой, что мы чувствуем, да, а что мы видим. Вот что мы увидим. Все, вот экран вы не расширили. А, какой офис. Спасибо. Это я умею. Вернусь. Сейчас, да, внутренним взором вы могли увидеть эти кадры, но давайте, да, сделаем, чтобы был не только внутренний, но и внешний взор. Так, вот видно теперь, да? Да, сейчас видно. Отлично. Вот он ухмыляется, обнаружил, что то есть офис не там, камин не там. Что мы видим? Что это за пространство? Чем оно наполнено? Что мы скажем про этого человека? Про этого человека? Достаточно.
Что мы скажем? Что мы увидели? Что это за пространство? Что это за здание, за дом такой? Чего он наполнен? Наталья, у вас рука от прежнего ответа осталась, наверное, да? Анжелика, пожалуйста. Здравствуйте. Слышно? Здравствуйте, Анжелика. Да, да, слышно. Ну, у меня еще на самом деле в следующем фрагменте вот это удивило, да, что, во-первых, освещение играет большую роль, как, наряду с музыкой, вот на это наше ощущение нарастающей тревоги, адреналина, и вот эта сама обстановка, конечно, что у него по комнате везде чучело птиц, то есть это человек явно нездоровый, я, честно говоря. Но мне трудно представить, чтобы я жила вот в квартире, где находились бы чучело мертвых каких-то ранее живых существ. Вот, а у него их очень много. Там. То есть понятно, что человек нездоров психически, но и об этом как бы нам намекает еще вот эта дырка в стене, потому что психически здоровый человек, наверное, не будет использовать свое служебное положение для подглядывания за людьми. Вот. Ну и, конечно, этот человек явно любит какую-то смерть, у него с ней какие-то свои отношения. Uh-huh. Вот. И нам вот эти чучела, конечно, на это намекают непрозрачно. Uh-huh. Спасибо. Тарас, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, как раз хотел сказать, что чучело птиц, как у охотника, который, соответственно, убивает и умеет убивать, и знает, зачем он это делает. И для себя обратил внимание, ну, наверное, Хичкок хотел обратить внимание, что первое чучело, которое попало, это был ворон, сидящий над окном. Мне кажется, это тоже не просто так. Отсылает нас к По. Мы видели, конечно, эти чучела и раньше, да, в предыдущей сцене. Они впервые появляются, эти чучела, в общем-то, да. И даже, собственно говоря, Мэрион спрашивает про них. Но, действительно, это вот очень важный момент, да, чучело, да. Значит, охотничья тема, значит, трофей, значит, некая, ну, добыча, да, добыча, трофей, агрессия. Это прям хорошая такая тема. Тема смерти. Это прям тоже очень важно, безусловно. Так, что еще мы скажем? Спасибо, Тарас. Александра, пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да, все хорошо слышно, спасибо. Пожалуйста. Ну, я коротко скажу. Там мы видим наряду с чучелами параллельно, одновременно такие элементы интерьера уютно, очень аккуратно развешенные шторки, с аккуратными складочками, очень милые картинки, и вот это вот помещение таких чучел, результатов его таксидермических увлечений, как бы создает ощущение, что ему вот это один из элементов уюта для него, в отличие от какого-то обычного человека, для него вот комфорт создается одинаково милыми занавесочками и мертвыми. Угу. Да, темное, во-первых, пространство, да, темное, закрытое какими-то шторами, тяжелыми шторами, да, такое защищенное, прям как логово такое, правда? Какое-то логово, значит, этого охотника с трофеями. Вот еще интересный момент, что нам показали уже до того момента три разных, ну, это вот третий уже интерьер, наверное, третий, да, интерьер, который мы видели, жилого помещения, третий. Это четвертый групп. Мы нам уже три показали. Мы видели номер гостиницы, в которой встречались Мэрион и Сэм. Мы видели ее дом. Мы видели офис, в котором она работает. И мы вот сейчас оказались в этом мотеле. И, собственно говоря, очень важно, что интерьер старомодный для 60-го года. Интерьер тяжеловесный, какой-то, ну, я не знаю, прям архаичный. Понятно, что мамочка Нормана все это когда-то обустроила, и он, в общем, не трогает. И сам дом, и вот этот офис, они выглядят очень старомодно, очень архаично, очень как-то прямо, ну, даже постарушечью в каком-то смысле, на мой взгляд. Спасибо большое, Александра. Так, Захарий у нас поднимал. Да, вроде бы Ксения первая была. Ксения была первая, хорошо. Mm-hmm. Давайте Ксения. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения, мы вас слышим, хорошо. Ну, хотелось бы отметить, это количество чучел в комнате, это нагруженность, их очень много на такое маленькое пространство. Обычно их вешают в больших помещениях. Это все создает такую
тревожную атмосферу в плане, что даже если человеку комфортно, со временем это будет давить на человека, такое большое количество чучел в одной небольшой комнате. Вот. Mm-hmm. И также хотелось бы отметить очень большое количество эмоций самого героя. В плане сначала вот из того отрезка, что вы показали, он ухмыляется, но уже как только он заходит в комнату, очень сильно видно, как у него одолевает паника, тревога, и чем ближе он подходит к стене, тем больше он показывает эти эмоции. При том, что минуту назад он... Договаривайтесь. При том, что минуту назад он ухмылялся. Он в смятении, у него какое-то внутреннее смятение, внутренний конфликт, по-моему, совершенно очевидно. Да? Вы все это говорите, все это отмечаете. Действительно, человек как-то вот он сам встревожен. Да? Мы встревожены, он встревожен, мы встревожены еще и за героиню, плюс ко всему. Да, вот образ чучела, вообще, мне кажется, очень важный такой, да, образ чучела. Собственно говоря, самый сюжетный ход главный в фильме, пока не могу проговаривать, вдруг кто не видел, он будет с этим связан, да. Во-вторых, чучело — это такая странная вещь, которая как бы живая и как бы мертвая. Да? Вроде бы, да, перед нами почти живая птичка. Такая же, как живая, только не живая. Вот очень часто в фильмах страха, я этим термином объединяю триллеры, хорроры, частично детективы, фильмы, где страх является базовой эмоцией, в этих фильмах очень часто вот такой образ чего-то посередине между живым и мертвым. Зомби, полуживой, полумертвый, да? Кукла, похожая на человека и не человек. Живая она или мертвая? Так ли не жива кукла? Так ли мертва чучело? Большой вопрос, между прочим, да? И здесь вот как раз на этом и строится интрига. Да, спасибо большое, Ксения. Так, Елена, вы просто помните, кто раньше? Я почему-то помню Захария раньше всех. Давайте Захария я выкликну, а потом будем дальше разбираться, кто следующий. Так, Захарий, мы вас пока не слышим почему-то. Алло, алло, не слышно вас. Я вижу, что микрофон включен, но я не вижу. То есть я не слышу, к сожалению. Добрый вечер всем. А, вот сейчас слышно, да. Да, сейчас слышим, да, добрый вечер. Приятно тут находиться, я тут первый раз. И спасибо. Приятно слышать вас, Всеволод. Спасибо вам большое, что организовываете некие вебинары. Я хотел бы отметить то, что я только знакомлюсь с королем саспенса, как называют его некоторые, с Хичкоком, и открываю первый раз только мир. Могу заметить одно, что тут работает психология в кадре, этот свет показывает, скорее всего, эмоциональное состояние. Возможно, я прав, но считаю, что это так. Далее девушка отметила, что правда это таксидермизм, опять же. И я смотрел некоторые разборы фильма, но не основные части, но это относится к ней. Насчет картины. Ведь... По картине пока мы пока рано, если можно, мы еще на хорошо. Говорим. Мы еще не остановились, это прям большой вопрос. Тогда, пожалуй, да. Я закончу. Спасибо. Да, хорошо. Так, спасибо большое, Захарий. Так, кто у нас там следующий? Руслан, да? Добрый вечер. Добрый вечер, слышим вас. Добрый вечер, Всеволод. Очень приятно вновь оказаться на вебинаре. Спасибо. Вот я бы отметил то, что в начале, как Норман подошел к журналу, и обнаружил, что она врет, да, получается, потому что я один раз смотрел фильм, и как бы где-то вот перед прошлым семинаром, вебинаром, когда мы титры обсуждали, вот я, поэтому я немножко подзабыл. Вот, он, по-моему, там посмотрел, что фамилия у нее не своя, и как бы он тем самым, как сказать, убедился, что она от кого-то скрывается, возможно, и что, в принципе, как-то уменьшило его страх, наверное, перед последующими событиями, что он хотел уже потом совершить. Вот мне вот эта деталь... Это очень важная деталь, потому что у него, как, это ее вранье фактически развязывает ему руки,
Потому что какая такая да. Мэрион Крейн была у него в матери? Нет никакой Мэрион Крейн, есть Мэрион Сэмюэлс. Да? Поэтому если вдруг исчезнет Мэрион Крейн и приедут ее искать, вот, пожалуйста, черным по белому написано, что это Мэрион Сэмюэлс, поэтому извините, о чем речь. Да, это фактически такой очень важный крючок сюжетный, он развязывает, этот момент развязывает ему руки, это ее вранье, это ее ложь и неожиданное признание. Да, это очень важно. Мы понимаем. До этого мы видели странного молодого человека. Он был странный, он говорил дикие вещи, ну, странненькие вещи, например. Он говорил, что лучший друг парня — это его мама. Это фраза Нормана Бейтса. Да. Ну, странный парень, очевидно, задавленный матерью. Мы слышали, как мать на него кричит. Мэрион тоже, значит, вот это все слышала, что она, значит, вот недовольна, что уже девушка в мотеле. Очень как-то прям вот все печально в его жизни складывается. А вот тут мы понимаем, что помимо того, что он задавлен матерью, такой он странный, он таит в себе опасность. Вот, мне кажется, до этого момента с журналом момента опасности как такового еще не возникло. Это очень правильный вы акцент здесь видите, да, это прям очень серьезный момент. Вот, что происходит в фильме, это просто это прям очень серьезный ключ к тому, что будет дальше происходить. Так, договаривайте. Да, вот и будто бы ему мама, как бы, которая вот сидит в его голове, да, она говорит, что теперь-то можно делать все, что хочешь, хотя он все еще сомневается, когда он подходит к этой картине, в нем есть сомнения, он же получается, она ему нравится, но тут мама, которая давит. И вот он все еще сомневается, хотя он подошел к журналу вот после этого переломного момента, как вы сказали. И вот это сомнение, как уже сказали там остальные участники вебинара, вот эта темная комната такая вся давящая, эти чучела птиц, это все, конечно, вызывает тревожные очень ощущения и желание спасти героиню. От чего-то надвигающегося такого. Вот. Спасибо. Тут очень важно, мне кажется, еще действительно, вот мама в его голове, вы говорите, да, когда вот, мы со студентами разбираем предыдущую сцену, вот их разговора, мы прямо пытаемся фиксировать. До конца это не прояснено Хичкоком специально, но тем не менее можно обнаружить. Ведь если мы знаем, да, теперь уже, да, что в душе Нормана Бейтса есть как бы он сам, и есть мамочка, которая все больше и больше завладевает его сознанием, его душой, как бы вытесняет его, да, изнутра его собственного, то мы можем даже попытаться сформулировать, когда говорит мамочка, условная, да, мертвая мамочка в его голове, а когда говорит он. Как вам кажется, кто ухмыляется, видя неправильную фамилию? Мамочка ухмыляется или Норман? Мамочка, конечно. Я думаю, конечно, что мамочка. А подглядывает Норман или мамочка? А подглядывает Норман. Да, уже. Я согласен с вами. Именно. Мамочка знает, что Норман грязный. Это грязная девушка. Порождает в нем грязные мысли. Да-да-да. Да? И она хочет эту девушку наказать. И у нее появляется шанс. И она как бы отпускает Нормана пошалить. Но она придет. Да, и справедливость в ее понимании восторжествует да. Довольно скоро. Да, это вот очень, мне кажется, важный момент, потому что вот эта вот такая хитринка во взгляде, да, такой вот такой интересный взгляд у Энтони Перкинса, я это интерпретирую как вот, переключение в режим мамочки. Да, на какие-то доли mm-hmm. секунды его душой полностью завладела, видимо, мамочка, да, он учился. Это мамочкина ухмылочка. Мамочкина такая, да, хитринка. Ну, давай, я-то знаю, да, знаю, что будет дальше. Спасибо большое, Руслан. Спасибо да. вам, очень, очень интересно. Мы не прощаемся, мы еще поговорим. Да. Картина впереди. Так, кто следующий? Анжелика, да? Или Яна? Яна следующая. Яна, пожалуйста. Да, я еще хотела сказать, что здесь появляется такая тема, важное подглядывание и подслушивание. Есть, ну, такой там прекрасный кадр, когда он стоит между двумя чучелами птиц, и как будто они на него смотрят, хотя они, как можно сказать, полуживые, полумертвые, и он сам становится в какой-то момент, как эта птица, тоже полуживая, полумертвая, такая хищная и опасная.
Вот. И видно, как он... кадр, да. Ага, да, пожалуйста. Да, видно, как он прислушивается. То есть он пока еще не подглядывает, но он уже подслушивает. Да. Вот это вот весь фильм такой. Подглядывание, подслушивание и тоже нагнетение за счет этого. Мне очень нравится, вот сейчас я сделаю уже расшаривание экрана, извините. Мне очень нравится, что вы говорите, что в какой-то момент он становится объектом наблюдения. Да? Не только он наблюдатель. Сейчас мы еще к этому тоже придем, это важная очень тема, наблюдатель, вайер, да, тот, за кем наблюдают. Ну, смотрите, да, здесь вот как будто бы птицы, да, понятно, что непонятно, им ли, значит, вот, значит, чучело сделано, или там раньше, там, и мамочки они появились, но как будто бы они вот такие безмолвные наблюдатели, возможно, предатели, возможно, мамочки расскажут. Ну, как-то вот здесь уже такое может возникнуть, да? Обращаю ваше внимание, что здесь возникает невероятно важный еще момент, кто за кем наблюдает. Вот мы говорили, что есть голос мамочки, а есть голос Нормана. У нас он раздвоен. Видите, здесь есть в маленькой части кадра едва заметное отражение Нормана. Видите, я сейчас вам мышкой показываю, это видно, да? Вот видите, вообще очень аккуратно, не в лоб, не прям так вот прямолинейно, но очень активно. При этом Хичкок использует мотив зеркала, мотив отражения. Уже когда у нас собиралась Мэрион, мы это видели. И вот, пожалуйста, перед нами вновь мотив отражения. А мотив отражения очень часто является метафорой, не всегда, но часто, некого, опять же, внутреннего конфликта, внутреннего раскола, неких сомнений, когда персонаж как будто разваливается на несколько частичек, да, на несколько таких, как, ну, не знаю, уровней сознания. Вот перед нами, пожалуйста, да, кто за кем наблюдает, мамочка или это перед нами, Норман ли сам пытается на себя посмотреть. Это тоже прям очень интересная тема, я думаю, здесь нет правильного ответа на этот вопрос, это просто очень большой повод для размышления, когда герои принимают какие-то решения, у Хичкока очень часто возникает мотив зеркала, а зеркало двойничество. Ой, как тут много всего интересного. Сейчас мы можем свалиться в это и до утра говорить, поэтому я умолкаю про двойничество. Но это, правда, очень важный момент. Да? Кто на кого смотрит, кто за кем подглядывает и подслушивает, это страшно интересно. Так, ну, плюс, есть еще и зритель, который тоже подглядывает и подслушивает. Да, да. Безусловно, да. Да, еще я хочу к этому вернуться. Спасибо большое, Яна. Хорошо, я останавливаю демонстрацию. Так, у нас Мария, а потом Анжелика. Да, Мария. Всеволод, ну, в первую очередь, конечно, если говорить о пространстве дома, меня поражает вот эта такая полуготическая помпезность, абсолютно отсылающая к мрачному дыханию смерти, к холоду кладбищенскому. Но тут, как правильно сказала Яна, я немножко с другой стороны это увидела. Мне кажется, что сама работа со светом, с лицом Энтони Перкинса, она делает его похожим на чучело самого. То есть у него очень странное лицо становится. Хотя он, по идее, как бы Норман Бейтс, да, он Норман. То есть норма не предполагает опасности. А здесь мы понимаем, что эта норма, она может быть очень двуличной. И поэтому он как бы мимикрирует и подстраивается под то, что его окружает, под маму, под чучел, и это, мне кажется, такой момент, говорящий нам о том, что он сам как бы не живой, он не находится в пространстве жизни, да, поэтому ему смерть так важна и близка. Спасибо большое за этот комментарий. Вообще, точнее, порога жизни и смерти, вот здесь очень отчетливо, да, видно. Действительно, перед нами так называемая калифорнийская готика, это буквально вот название стиля, это дом Бейтсов, этот вот офис Бейтсов, они созданы в этом стиле калифорнийской готики, очень распространенный как раз, да, в первой половине середины века 20-го, и он использует Хичкок это все, и мы видим, как это элементы смерти, элементы такой же затхлости какой-то, да, не жизни в доме, вот потом явлено, когда уже Лайла, да, пойдет по этому дому искать, значит, старуху. Да, тут еще, мне кажется, важно, что перед нами чучело птиц. И вообще тема птиц еще нами не затронута, это очень важная тема, да. Во-первых, в фильме много образов птиц, и сам Норман говорит, что Мэрион ест как птичка. Вот так аккуратно как бы откусывает, как птичка, такая маленькая птичка. И здесь перед нами при этом... да, и мы очень скоро услышим звук, музыку Бернарда Хермана, который будет напоминать звук
крик птиц. Кроме того, очень важно, что если Мэрион такая маленькая птичка, которая аккуратно, что значит, ест, не знаю, там зернышки клюет, как будто, да, перед нами мрачные, страшные птицы хищные, тоже важная позиция, да, жертва и хищник, то есть какие именно чучела, действительно. Вот, пространство смерти, мне очень нравится вообще эта тема, да, в этом фильме, и очень здорово, что вот вы об этом говорите, это прям очень точно. Мы буквально в преддверии этой смерти находимся. И если прям вот по мифологически, да, или там, не знаю, по-юнгиански смотреть на вот эту картину, да, на сюжет этого фильма, мотив отлучки, и мы оказываемся в неком 39-м царстве, царство это очевидное царство смерти, то вот как раз она сбилась с пути, здесь прям подсказочно этой проповской модели, сбилась с пути, заблудилась, сошла с тропинки и оказалась в пространстве смерти, да, в 39-м царстве. Вот, собственно говоря, здесь, ну, если так вольно интерпретировать, офис Бейтсов, это, например, избушка Бабы-Яги, а сам дом Бейтсов, это, допустим, Кощеева уже логово. Ну, условно, да, понятно, что не так существенно. Но царство смерти, пространство смерти, 39-е царство, как некий иномир. Действительно, Бейтс Мотель – это иномир, действительно. Спасибо. А теперь картины, которые как раз действительно очень важны. Вы правильно говорите, что без них нам нельзя. В фильмах Хичкока, и не только Хичкока, в фильмах, сделанных профессионально, нет неважных вещей. Все о чем-то говорит. Все важно. Так, я тут включил звук, и должно быть слышно. Вот перед нами, да, значит, сейчас давайте еще немножко верну назад, чуть-чуть. Вот то самое прислушивание, которое мы вам сказали, да. Глазки бегающие, взгляд бегающий, да, очень правильно. Раздвоение очень хорошо работает. Все, движущиеся тени. Тень отражения. И вот. Снимает картину. А там понятно. Что за картина? У нас там еще есть одна картина. Я сейчас уже сразу про картину поговорил, про все. Эти птички здесь у нас тоже фигурируют, да. А, то есть рассказанный образ, если будут птички, вот эти птицы, свои легендарные птицы. Еще когда работали на старой картине, видимо, раньше. Или чуть раньше. Давайте чуть пораньше. Сделаем. Тут не две картины больше, но вторая картина. Хорошо. Давайте уже поднимайте руки тогда, пока я ищу этот кадр. Мне кажется, я его пропустил. Я думаю, что просто я его пропустил, он, видимо, раньше был, наверное, где-то. Но нет, это не так существенно. Что за картина, которая скрывает дырку? Кто-нибудь знал этот сюжет? Музыка – это прекрасно, да, это мы еще о ней поговорим. Вот, по-моему, у Руслана, да, была какая-то реплика про картину. Может быть, не название картины, не художника нам нужно здесь вспомнить, а просто что за ощущение эта картина вызывает. Может быть, какие-то эти вещи, что там? Да, сейчас я вернусь. Да, Барбар, пожалуйста, говорите, я пока попытаюсь найти этот кадр, где видна картина, хоть как-нибудь. А вы уже можете говорить. Добрый вечер, Севал. Добрый вечер, Барбара. Да, слышно, да. А я не знаю точно автора картины, но это похоже на сюжет, по-моему, из Ветхого Завета, там, когда Сусанна купается, и за ней подглядывают двое стариков. Ну, когда mm-hmm. она открывает эту картину. И там, в соответствии с этим сюжетом, они пытались склонить ее к близости, но она им отказывает, несмотря на то, что ей грозит смерть. Вот, поэтому эта картина, наверное, очень символична в этом моменте, потому что это есть также и подглядывание, тот же мотив, да, продолжается на этой картине.
И также угроза смерти, которая грозит героине. Да, это очень важный сюжет, вы совершенно правильно говорите, из Ветхого Завета, это из пророческих книг. Сусанна и старцы, вот я пропустил, сейчас я увлекся, сейчас я все-таки поймаю этот стоп-кадрик один, где будет максимально видна эта картина, она здесь есть. Ура! Сейчас я сделаю демонстрацию экрана, и мы ее увидим. Да, это не очень известная картина, это очень известный сюжет, мифологический, но картина не очень известная, мы выясним, кто это. Автор ее, картина 18 века, голландская, Сусанна и старцы. Вот, видите, да, прямо вот здесь хорошо, через секунду он ее буквально, через долю секунды он ее будет снимать. Вот Сусанна, двое старцев, причем действительно возникает момент, этот мотив Сусанна, почему она обнажена, почему она голая пошла в лес. Она купается. Да. Она купается. Да? Что делает наша Мэрион Крейн? Она принимает душ. Собирается принимать душ. Прямо такая жесткая зарифмовка, очень такая прям, ну, очевидная. Вот. Здесь очень важно, да, помните, мы говорили, что мамочка видит, что у него грязные мысли. И грязная девица, да, сейчас будет его соблазнять. То есть, значит, заставлять делать какие-то грязные вещи. Это очень прям такие похожие штуки в этом сюжете, потому что старцы, такие прямо похотливые старцы, обнаружили эту Сусанну, подглядывали за ней, решили, что они должны быть близки с ней, а Сусанна им отказывает. И тогда они говорят: мы расскажем про то, что ты блудница. Минуточку, это вы блудники, да? А не одна блудница. А не она блудница. Но они обвиняют ее в том, кем являются они сами. Фактически такой вот механизм проекции, да, они как на экран переносят, проецируют на другого человека то, что есть в них самих. Как и, собственно говоря, эта мамочка внутри Нормана, да, преступная мамочка, видит некую преступницу и покушающуюся на ее сына девушку в Мэрион. Здесь очень они так здорово зарифмованы. Сам мотив подглядывания, конечно, да. Даже обстоятельства подглядывания здесь работают. Вот, он как бы сквозь эту картину фактически, да, получается, смотрит на Мэрион, да, уподавляясь этим старцем. И действительно, значит, Сусанна была стойкая девушка, она не погибла, потому что ее, значит, сам Господь спас в Ветхом Завете, но не такова была судьба, к сожалению, Мэрион. Вот эта картина, это, вам сейчас видно ее, да? Нет, пока не видно. Это, ну что ж такое? Пока не видно, у меня вообще какой-то белый экран. Сейчас я попробую, вот что-то появилось. Извините. Попробуем еще раз. Так, видно? Да, сейчас видно. Вот, это картина Вильяма ван Мириса 18 века Сусанна и старцы. Вот та самая картина, которую вот мы только что смотрели. Вот, значит, вот этот самый сюжет, мы уже его проговорили, да, картина там, ну, нам не видна в цвете, это не так существенно. Картина малоизвестна, то есть очень много вариантов этого сюжета Сусанна и старцы. Это, может быть, не самый известный вообще, не самое известное воплощение. Но, конечно, это вот абсолютная, да, связь Сусанны с Мэрион, она здесь очень четко явлена. И тут еще есть одна картина, сейчас тоже сразу же ее вам покажу, потому что кадры, видимо, буду долго очень искать, пытаюсь это сделать, не получается. Пока, сейчас покажу еще раз. Так, там есть еще одна картина, гораздо, ну, понятно, что это репродукция, естественно, в доме Бейтсов висят, точнее, в офисе Бейтсов. Очень известная картина Тициана «Венера перед зеркалом». Ну что ж такое, не хочет она открываться, злая картина. Так. Вот, там перед нами обнаженная Венера, значит, пути эти вот ангелочки, да, такие ангелочки-дефисамурчики. Ну вообще, что делает-то она? Извините, это я возмущаюсь поведением своего компьютера.
Вот, Тициан, Венера перед зеркалом, и вновь зеркало, вновь, значит, двойничество, вновь разглядывание, вглядывание, да, в себя, вот этот мотив, плюс ко всему, конечно же, еще и здесь можно обнаружить, что можно это интерпретировать так, что вот... опять же, это похоть, это желание Нормана, оно буквально выплеснуто на стены, вот, оно овнешнено, вот, извините, не открывается у меня эта картина, не знаю, почему, будем надеяться, что откроется рано или поздно, покажу вам ее. Но это не так существенно, просто картина тоже про овнешненное желание, да, это тоже такой психоаналитический. У меня открылся странно, в странной программе Paint, не знаю почему. Сейчас давайте я вам... А, открылся уже теперь здесь. Сейчас покажу. Извините, какая-то техническая неполадка. Вот, теперь я думаю, что вам ее видно, да? Вот этот вот, точнее, пут, ну, здесь их два, да, путто и путто, да, этих, значит, два у нас этих ангелочек и капитончика. Вот, и опять же, да, вот эта вот сексуальная энергия, которая, видимо, бушует внутри Нормана, который не может найти выхода. А какой может найти выход, если он находится в отдаленном мотеле на забытом всеми шоссе? Дорога прошла другим совершенно маршрутом, и у них почти никого не бывает. О какой, да, работе с сексуальностью, о каком выплескивании сексуальной энергии можно говорить? Вот все это, все то, что бушует в нем, оно как бы выплеснуто на стену. Да, это очень интересно. Да, голая, правильно говорит нам Анжелика, голая Венера, да. Вот, да, богиня любви, на минуточку, тоже совсем, совсем, да, очевидно. Да, похоть, это важная похоть, как порог, я вижу комментарий в чате у Захария, потому что перед нами вообще консервативная Америка конца 50-х годов, у нас в самой первой сцене фильма, в самой первой сцене фильма, в открывающей сцене, идет речь о том, что наши два героя не могут жить друг с другом, они только должны быть женаты, да, и, собственно говоря, только так они могут респектабельно себя чувствовать. Когда Гас Ван Сент переснимает этот фильм кадр в кадр в 98-м году, возникает огромный вопрос, почему мужчина и женщина, молодой мужчина и девушка, не могут жить вместе в конце 90-х годов, когда уже прошла сексуальная революция, консервативный поворот и очередной либеральный виток, и уже все можно в конце 90-х, а они почему-то должны респектабельно себя вести. Это, конечно, такая прям, ну, вот сюжетная ловушка, в которую оказался Ван Сент, перенося действие в современность, да, в 98-й год, делая покадровый ремейк фильма. Но для фильма Хичкока это невероятно важно, да, поэтому, конечно, похоть — это порог. Похоть — это невозможно. Сексуальная энергия — это грязное что-то. Такой еще сексуальной революции не произошло. Вот еще только-только все начинается. Поэтому, конечно, перед нами такие консервативные взгляды на сексуальное поведение. Это совершенно очевидно. Хорошо, двигаемся дальше. Да? То есть картина перед нами действительно очень-очень важная. Перед нами здесь действительно вот уподобление Нормана этим старцам. Причем старцы карающие, обращаю ваше внимание, это здесь раздвоение Нормана подглядывающего и матери карающей. Вот, и, конечно, это дырка в стене. Вот это вот знаменитое, сейчас тоже вам ее покажу, чтобы мы о ней поговорили, дырка в стене. Вот уже говорили, да, коллеги сегодня, что перед нами вообще такой вуайеризм, да, здесь показан, потому что подглядывает еще, конечно же, зритель. И, собственно говоря, в дырку подглядываем мы с вами. И мы, здесь уже никакой разницы между Норманом Бейтсом, странненьким таким человеком, и нами с вами, приличными людьми, никаких нет вообще, нет никакой разницы. У Никиты очень точный вопрос. Получается, обстановка является овнешнением самого Нормана. Я бы не был так категоричен, потому что, собственно говоря, это большая работа в кинематографе, которая шла в течение разных десятилетий. Если мы говорим про «Красную пустыню» Антониони, которая будет сделана через 4 года, там да, почти все, что мы видим в кадре, является внешнением состояния героини Моники Витти. У Хичкока не совсем так, но он на пути к этому. Да, то есть это такая большая работа по визуализации работы сознания, визуализации психической реальности. Именно в это самое время появляются приключения Антониони, Мари Батали на Рене, чуть позже будет Иваново детство Тарковского, ну и так далее.
8,5 Феллини. Это еще очень важное время, когда на экран начинает все активнее выплескиваться не только физическая, но и психическая внутренняя реальность. И психо в этом же, конечно же, ключе. Одно из главных достижений Хичкока, как принято считать, это то, что психоанализ давно уже известен всем, и тем более кинематографистам. Мы помним опыты 20-х годов, дадаисты, а уж тем более сюрреалисты. Все это было хорошо известно. Но все вот это психоаналитическое, заумное, сложное стало достоянием массового кинематографа. Стало мейнстримом. И Хичкок это вот сделал, да, в кино, как принято считать. Вот, вернемся теперь к этому вуайеризму нашему с вами. Я очень люблю эту легенду про подглядывающего Тома, потому что она как раз очень хорошо показывает наше зрительское состояние. Вы видели в самом начале фильма, что некое окно, некое здание закрыто почти полностью, почти наглухо жалюзи. Таким образом, нам говорят, что, ну, не хотелось бы, чтобы... То есть люди, которые там, в этой комнате, они не хотят, чтобы мы на них смотрели. А что мы делаем? А мы берем и пялимся. Мы просто вот въезжаем с камерой туда, в это маленькое пространство между подоконником и нижним краем жалюзи, и все, и примастились прямо на кровати. Мы вуайеры, мы Норманы Бейтсы. Подглядывающий Том — это как раз история про Леди Годиву, которая, значит, чтобы спасти население от налогов, обещал своему мужу, который поднял налоги, проехать обнаженные на лошади по улицам города. И когда всех выгнали смотреть на это позорное действо, все, как одна из версий легенды гласит, потупили взор, благодарно понимая, что этот позор их, Леди Годива, как бы, ну, она сейчас хлебнет позор ради них. И только один Том, плотник, то ли мясник, там по-разному тоже говорят. Есть разные версии легенды. В общем, такой парень Том, такой простой, да, он пялился во все глаза, потому что не запрещено. Ну, не запрещено. У нас с вами тоже есть официальное разрешение, купленный билет. Да, вот у нас есть билет, мы пялимся. Экран — это такая гигантская замочная скважина. Гигантская дырка в стене. Гигантский зазор между подоконником и нижним краем жалюзи. Все мы с вами вуайеры. Да? И если мы сейчас еще вспомним Лору Малви и ее концепцию наслаждения визуального и женского и мужского взглядов, то, конечно, Хичкок нам дает мужской взгляд, потому что перед нами, да, действительно очень искусственно, я совершенно соглашусь, ровно в центре композиционного кадра женщина, которая раздевается, опять же, кодекс Хейса, и он нам не может показать обнаженную женщину уж совсем. Вот, если бы он сам говорил, если бы не Кодекс Хейса, я бы показал обнаженную грудь Джанет Ли, исполнительница главной роли. Конечно же, но были просто даже не техническое, а плохое слово, но вот непреодолимые просто, да, сложности в этом отношении. Итак, перед нами, да, Пиппин Том, конечно, да, перед нами вот такая именно история подглядывания. В каком-то смысле, вот есть такой термин «теоретическое кино», да, фильм, в котором есть некое размышление по поводу природы кинематографа. Вот в каком-то смысле «Психо» тоже теоретическое кино. Это тоже в каком-то смысле автометаописание кинематографа. Это страшно интересно в этом контексте вот этой картины поразмышлять. Об этой картине поговорить. Так, я слишком говорю, поэтому сейчас вы дальше смотрите, будете уже дальше разговаривать сами. А мы, наконец, пришли к этому раздеванию Мэрион. Опять же, что мы чувствуем и что мы видим? Давайте вот так. Я демонстрирую экран. А вот, кстати, пока вопрос, пока я еще дальше не ушел. Мы, по-моему, на первом семинаре, кто там был, говорили про важность цвета в фильме. И у нас с вами сейчас черное белье у Мэрион. Кто помнит, в каком белье она была в первой сцене? Извините, дурацкий наводящий вопрос, можно не отвечать. Она была в белом белье. И у нее еще сейчас черная сумочка, тогда она была с белой сумочкой. И в момент, когда она из хорошей девочки превращается в плохую девочку, то есть решает украсть 40 тысяч баксов, она и переодевается. Тоже такой психоанализ, в общем, это такой сигнал на бессознательном уровне для зрителя. Естественно, я думаю, что никто из зрителей с блокнотом, как мы, критики, аналитики, не сидит в кинозале и не отмечает, где там
отражение, где черное белье, где белая сучка. Но сигнал получает, да, черное и белое — это важные очень такие константы, важные цветовые маркеры в фильме, и они прям очень-очень важны. И мы говорили с вами, да, когда вот титры анализировали, что там есть уже в титрах явлены эти три основные цвета в фильме: белый, черный и серый. Кстати, вот Мария, по-моему, говорила про мимикрию, да, что он тоже, Норман подстраивается, он тоже конформен. Это невероятно важная, на мой взгляд, тема в фильме, тема мимикрии, тема конформности, потому что у меня есть своя такая теория, связанная с интерпретацией цветовой партитуры фильма, потому что вот есть белое как цвет правильный, что должно, что положено, черный цвет соблазнительный, но неправильный, что не должно и не положено. И наша героиня, когда переодевается в черное, то есть стала из хорошей плохой девочкой, она надевает серое платье, серый плащ, и оказывается вообще в этом сером одеянии, в сером мире. Мир показан серым. Мы первые кадры видим города Феникс, это город серый, серятина такая, да, бесконечная. И она как бы растворяется в этой серости. Это такой цвет мимикрии и конформности, на мой взгляд. В этом фильме не настаиваю на этой интерпретации. Вот сейчас мы увидим, как будет работать эта цветовая палитра. Все, я умолкаю. Смотрим дальше. Так, а звук-то кто будет включать? Очень важно обращать внимание на еще направление движения взгляда. Куда вообще смотрит Норман, что это значит? Достаточно. Пока, значит, Мэрион мы пропускаем. Вот нас интересует проход Нормана. Опять же, какие ощущения? Давайте глянем. Какие ощущения и что мы увидели? Есть ли желающие высказаться? Поднимайте электронную руку. Руслан, пожалуйста. Здесь ощущение, опять же, сомнения какого-то, тревоги и... Он вот когда выходил из отеля, он посмотрел в сторону дома очень так резко. То есть он как бы как будто пошел посоветоваться со своей мамой, что ли, не знаю. Вот какое-то такое ощущение было. И, ну, как вы сказали правильно про взгляд, он постоянно, взгляд его какой-то постоянно мечущийся то туда, то сюда. Вот. Наверное, это говорит о тревоги в его душе тоже, естественно. И вот этот взгляд на особняк, он как-то вот наводит на мысль, что он как бы вроде как какие-то у него мысли есть, и плохие, и хорошие в голове, но чтобы удостовериться, он идет вот туда, вот в свой дом, вот в этот, то есть там, где, как сказать, его корни, что ли, как что-то вот такое... И он идет туда, чтобы понять, нужно ли ему что-то вот делать дальше или не нужно. Вот как-то так. Спасибо, Руслан. Да, сейчас мы еще вернемся к этим комментариям. Пока вижу в чате комментарии от Ольги по поводу нарочитости. И согласен, и не согласен. С одной стороны, конечно, нарочито. Да? А с другой стороны, это когда, понимаете, когда знаешь, куда смотреть и на что смотреть, это прям бросается в глаза.
Кроме того, понятно, что после 60-го года прошло много времени, и много кинематографов посвятил как раз вот, да, этой цветовой психоаналитике, если хотите. И поэтому, конечно, мы сегодня более прокачаны в этом смысле, чем зритель 60-го года. Поэтому то, что нам кажется нарочитым, искусственным и каким-то, ну, прямо в лоб, совсем не было таковым в момент выхода фильма, короче говоря. Поэтому здесь, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Мало кто обращает внимание. То есть, ну, если вы читали, слышали про это, то да, конечно. Если вам дается наводящий вопрос, смотри внимательно на все детали, вы, конечно, обратите внимание. Если вы просто смотрите фильм, да, придя просто вот на киносеанс с чистым сердцем и открытой душой, вряд ли на такие вещи вы будете внимание обращать. Хотя, опять же, все по-разному. Если не могу, наверное, ну, как бы на всех переносить свою, да, внимательность или невнимательность. Но здесь я чуть-чуть хочу защитить Хичкока, потому что, да, нам кажется, что все, особенно когда знаешь эту фишку, да, ну, слишком очевидно. Да, и понятно, что после Хичкока, наверное, использовать уже ее в таком режиме, ну, правда, сложно. Да? Вот. Между прочим, я считаю, что Хичкок в этом смысле идет вслед за Эйзенштейном. Я вообще считаю, что Хичкок в этом фильме сдает диплом по Эйзенштейну, если хотите. Диссертацию пишет в виде фильма по Эйзенштейну, его методике. Он, конечно, Хич не был учеником. Он учился в Гигеру Эйзенштейну, но сейчас мы видим этот диалог, в частности, по поводу цвета. Если мы вспомним картину Александра Невский Сергея Михайловича, там как раз в тоже черно-белом фильме работает эта метафорика цвета, только там она перевернута, потому что белый ассоциируется с не нашими, с плохими, со священниками, которые жгут младенцев православных, а черный, точнее, темно-серый скорее цвет. Цвет наших, цвет, ну, который почти ассоциируется с родной землей, простите. Вот. А в Иване Грозном там еще жестче это работает, и там уже ничего не переворачивает. Там у нас, если вы вспомните, как устроена вторая серия, то мы увидим, что медленно и постепенно Ефросинья Старицкая как бы буквально обеляется. Из черных одежд она облачается в белые. Однажды она просто откидывает плат, и там под черным белое. А Иван Грозный облачается, если вы помните финал картины, в черное, в монашеское черное одеяние, вот, из светлого в темное, из белого в черное. И это правда такая интересная вещь, и действительно цвет, как такой бессознательный сигнал, очень мощно работает в кино. Так, Анна пишет, я с этим совершенно согласен, что возрастает напряжение, потому что мы не понимаем, что сейчас он будет делать, он сейчас может ворваться к девушке и сделать с ней всякие страшные вещи, но он уходит, да, вроде бы фактор тревоги снижается или даже снимается, потому что все, она, ну, не то, что прям в безопасности, нет, конечно, но, тем не менее, вот странный этот юноша, который подглядывал, там, ухмылялся, и какие там что-то там, на уме непонятное, он как будто бы от своих грязных мыслишек избавился, как будто бы вздохнул, ну ладно, не с этой, не сегодня, и пошел домой. Так, еще, пожалуйста, Ольга, вы, да, пожалуйста, говорите. Да, вот я хотела как раз про этот эпизод сказать, что сложно, конечно, абстрагироваться от того, что знаешь содержание фильма, и видно, как в нем борются вот эти две личности, которые в нем живут. То есть видно, что он проходит несколько шагов, потом он останавливается и как бы задумывается. И вот даже он, когда входит в дом, он же сначала порывается пойти вверх по лестнице, потом в нем побеждает Норман, он идет на кухню. Вот. Ну и, в общем, вот этот эпизод прям нам показывает, как в нем эти личности борются, мне кажется. Абсолютно согласен. И мне еще очень нравится момент, когда вот он, значит, вышел уже. У него буквально развилка, вот самая буквальная. Налево пойдешь, девушку найдешь, обнаженную. Mm-hmm. Направо пойдешь, к мамочке придешь. И буквально он так резко поворачивает вот на, ну, для нас это налево, но по факту... Направо. Встанем как бы на его позицию, это будет направо, в сторону дома он смотрит, как будто, вы знаете, такой неслышимый нам зов мамочки, как будто такой окрик мамочки. Да, и да, он пошел, да, на этот зов, на этот окрик, ну вот ему не дали сделать в очередной раз то, что он хотел сделать. Это вот мотив задавленной сексуальности, задавленной личности, задавленной самости.
Это, мне кажется, очень здесь здорово показано. Согласен, да, здесь буквально развилкой, вот буквально мы-то знаем точно, да, вот, что туда можно пойти, сюда можно пойти. И понятно, что Норман хочет пойти, извините, налево, а мамочка, да, собирается отправить его направо, да, конечно. Спасибо. И музыка там тоже такая же, она тоже останавливается, то есть в ней есть паузы вот эти, да, которые есть у Нортона. Да, да, да. Здесь очень здорово работает связка спайка изображения и звука, потому что действительно, вот уже Мария говорила про эту медленность, да, медленность изображений, медленные панорамы, да. И вот здесь как будто бы вот фактор в этой медленности возникает такой вот сгусток тревоги, и как бы он растворяется в этой медленности, паузности, если можно так сказать, да. Вот это прям вот тоже очень четко сделано. Хорошо. Да, двигаемся дальше, друзья. Нет больше никаких комментариев. Хорошо, тогда двигаемся дальше. Давайте. Сейчас мы довольно коротко посмотрим прямо до входа ее в душ. Ну, мне хочется просто уже все-таки двигаться к самой сцене в душ, а то мы так долго сидим на этой подготовке. Поэтому сейчас мы недолго, если можно, поговорим сцену с расчетами. Так, где? Вот демонстрация экрана. Я просто напомню, да, что происходило в этом диалоге. В диалоге они с Норманом обсуждали ловушки, что у каждого своя ловушка. И Мэрион как будто бы исцелилась от этого. Этим диалогом она поняла, что и она в ловушке тоже. Она здесь оказалась в ловушке. Она сама себя в нее загнала, потому что превратилась в черную девочку, да, в черного лебедя, в плохую девочку. Чем больше давление у белой девочки, тем понятнее, что жестче будет бунт девочки черной, плохой. Итак, вот смотрим на то, знаете, я прям верну еще, если можно, да? Нет, извините. Итак, очень спокойная камера, да? Это самая остановка, которая буквально, да, совпадает с остановкой. Это будет звук такой, да, немножко и раздражающий, да, и при этом знакомый, да, или ложкой по... Да, там какая-то крышечка по сахару будет стучать. Ну, то есть он тут надолго, да? Она вычитает $700, которые потратила на... Вот. И, собственно, хочет буквально смыть следы этого преступления. И фильм начинается как история преступления Мэрион. Она крадет это 40 тысяч. Не нужно оставлять следов в корзине, да, счета не надо. Она хочет уничтожить огрызки бумаги. Отправляется в ванну. Вот эти деньги буквально приводят ее в ванну. Эти деньги — это тоже невероятно важная вещь в фильме. Прям вот 3 секунды только скажу про это. Когда мы только видим эти деньги, хозяин их говорит, что в этих деньгах как бы судьба и удача аккумулированы, он откупается от несчастья. В этих деньгах как бы аккумулировано несчастье. Он откупается этими деньгами от несчастья своей дочери. И вот эти деньги, буквально вот, как бы, в которых концентрировано несчастье, приводят ее сюда. Расчеты по поводу этих денег приводят ее в эту страшную ванную комнату. На слово только скажу про не случайно, да, грязную, на который без брезгливого какого-то вздрагивания не посмотришь. Сколько раз я это не смотрю, я все время вздрагиваю. Мне хочется вот тряпку схватить и протереть это все как можно быстрее. Вот, ну, вот невозможно это смотреть. Это тоже скандальный кадр и сенсационный кадр для 60-го года, потому что на таких деталях не было принято внимание останавливать. Да? Как это можно показывать вдруг эту воду унитаза, да еще и показывать, давать звук смываемой воды. Вот это смывание, да? Все, я умолкаю. Вот до прихода миссис Бейтс смотрим и обсуждаем.
Что с камерой происходит? Что с монтажом? Очень вас прошу внимание на эти вещи обратить. Вот до появления этого странного силуэта, да, поговорим. Что мы увидели и что мы почувствовали? Есть ли желающие высказаться? Руслан, пожалуйста. Состояние безмятежности такой, да. Мы вместе с героиней, с Мэрион, мы находимся в состоянии какой-то безмятежности. Вот эти кадры... Ванфас, профиль ее, и потом сам душ показывает, потом опять ее профиль, как бы она смотрит, как будто на какой-то, ну, наслаждается, да, вот этими струями воды, и она не подозревает, что сейчас произойдет что-то страшное, и мы тоже вместе с ней, как бы, находимся в таком состоянии блаженства какого-то легкого, хотя музыка, конечно, нас уже подготавливает к тому, что сейчас произойдет, однако есть какое-то минутное такое ощущение того, что сейчас все будет хорошо. Да, тем более, что нас обманули, нам показали, что Норман ушел в дом. Старуха в доме, Норман в доме, нас обманули, как ее, да, бери вокруг пальца. Да, конечно, да, спасибо. Сейчас я вот все суммирую, все, да, комментарии, чтобы нам двигаться оперативнее. Да, Ксения, пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да, пожалуйста, говорите. Ну, вот мне показалось, что в этой сцене есть перефраза с сцены, когда Норман подсматривает за Мэрион. То есть в какой-то, как бы там вот был момент, что мы встаем, как бы зритель встает на место персонажа. И вот в этой сцене в душе, когда нам показывают, что она поднимает голову вверх, и следующий кадр, это как бы мы видим, как будто, ну, как на нас льется вода из душа, что вот это как раз то вот, о чем, вот это вот... То, о чем говорил предыдущий оратор. Вот это состояние безмятежности, то есть как бы зрители как бы ставят даже, ну, как бы вот делают, как бы ставят на место, в шкуру как бы именно самого персонажа. Да, вот, есть... да. Мы здесь тоже переключаемся, да, мы и находимся в шкуре Норман в какой-то момент, да, с его выборами, метаниями, и в шкуре Мэрион с ее наслаждением, этими теплыми струями, конечно, да, да, это очень важный момент, про переключение, это прям очень важно еще будет там проговорить. Спасибо, Ксения. Так, дальше у нас следующий кто? Ольга. Пожалуйста, Ольга. Да, вот предыдущие ребята сказали про состояние безмятежности. Мне кажется, что нам показан как раз переход ее, потому что когда она считала деньги, она была совсем не безмятежной. И вот когда она оказалась уже под душем, то там было видно, что да, она вот получает удовольствие от того, что она под душем. И такое ощущение, как будто она вот смывает с себя свои грехи, смывает вот это воровство свое. Вот, и поэтому ей становится хорошо, не потому что она там моется, а потому что она вот, это ощущение смывания грехов. Конечно. Еще в этом кадре, конечно, поражает, что это показано просто со всех сторон. Там, я думаю, что там, ну, как бы камеру переставляли, ну, либо несколько камер было, или переставляли много раз. Они неделю снимали эту сцену, это самая сложная сцена была в фильме, они снимали ее очень долго, именно из-за того, что там очень много кадров, там некоторые кадры, да, пока не осознали, мы еще чуть позже это увидим, в момент уже вырывания миссис Бейтс, там будут кадры, которые длятся меньше одной секунды. Поэтому там очень много кадров, они снимали очень долго эту сцену, действительно так. Спасибо, Ольга, спасибо. Так, Ксения, а нет, Варвара. Варвара. А мне кажется, что еще когда мы смотрим как бы глазами Нормана на эту сцену, да, на Мэрион, то ощущается какая-то похоть, как будто она как-то похотливо моется, и это такое, ну, навязывание этого восприятия как оправдание последующих действий, да, то есть мы убиваем это, ну, как бы, то есть это, вот этот грех видится в этом омовении, и тем самым это некое как бы оправдание его.
Интересно, да, получается, мы как те самые старцы, да, да. Видим вот в Сусанне собственную, карающая рука потом, собственную да. похоть, да, мы себя-то за похоть не будем карать, да, да. как старцы эти, да? Они же не будут себя карать. Она как провокатор вступает. Так, хорошо, да, хотя казалось бы, господи, одна бабонька в душе, делай, что хочешь, да, ну как бы да, на эту ночь он ее точно, она заплатила за него, мойся как хочешь, да, но вот действительно, да, я соглашусь, здесь есть это ощущение, вот, ну именно из-за того, что еще мы попали в это пространство, это же такое пространство, которое не должны были мы попасть, и да, мы видим, как она бесстыдно снимает халатик, и бесстыдно, значит, там отправляется вот в душ. Ужас и кошмар. Будет мне сниться в кошмарном сне сегодня эта сцена, да. Ужас просто. Ничего страшнее в жизни нету. Шучу. Спасибо большое, Варвара. Да, я думаю, что взгляд старцев здесь можно обнаружить, да. А, так, Ксения, да, у нас, или Мария? Мария, пожалуйста. Мне очень понравилось мнение Варвары. Оно очень интересно. Я, правда, не смотрела на эту сцену с такой точки зрения. Мне как раз в этой сцене кажется прямая отсылка к Эйзенштейну, к его фрейдистским историям. Если вспомним Марфу Лапкину, да, с известным сепаратором, вот здесь примерно то же самое, потому что вода, она как бы у Фрейда всегда отражала сексуальность. И эта вода, она больше, по-моему, здесь показывается с точки зрения вот этой, как правильно было сказано, похоти Бейтса. Ну, то есть вот я так считаю. Мне кажется, это именно такая чисто эйзенштейновская история. Я думаю, здесь интересная такая вот семантика воды. Она, с одной стороны, да, и омовение, и чистота, и тепло. А с другой стороны, конечно, да, обнаженное тело, значит, еще и влажное, конечно, да, и вообще это вот вода как... это как руки ну, как Бейтса. Да, говорите. Как руки Бейтса, получается. То есть он сам не может ее трогать, но он как бы посредством воды он хочет прикоснуться к этому телу, которого он никогда не касался. Интересно, да, такое опосредованное прикосновение. Да. В воде позволено трогать тело. Вообще-то, помните, я сейчас вспоминаю, например, Данаю, да, этот вот «Золотой дождь», когда, да, она занималась фактически сексом с Зевсом, который явился ей в виде «Золотого дождя». Когда к обнаженному телу прикасается не рука Бога, не рука мужчины, а золотая монета, но это все равно про секс, да. Это очень интересно, такое, действительно, я думаю, это такая глубокая фрейдистская метафора здесь. Вот, с одной стороны, я думаю, здесь вот даже двойственность есть, с одной стороны, и про очищение, да, по крайней мере, она так внутренне, наверное, к этому относится, с другой стороны, да, это вот действительно опосредованное прикосновение, классное совершенно. Такое очищение, которое грозит смертью, да. Да, спасибо. Так, хорошо. А я бы еще обратил внимание на цвет этой ванной комнаты, она белоснежная. Вот в моей интерпретации цветовой белый — это не цвет хорошести чего-то, да, там хорошо, значит, и здорово, а цвет то, что как это правильно сказать-то, предписано быть хорошим. Это вот то, что каким надо быть, каким вот воспитали родители, да, вот каким надо быть хорошим и правильным, такой правильный в кавычках цвет. И у меня есть такая идея, что здесь вот как раз про вот эту идею Марии, да, что очищение, которое приводит к смерти, это как будто еще цветы судьбы. Если мы вспомним вот это переодевание Мэрион с белого в черное, мы увидим, что она деньги положит в конверт. Конверт будет белоснежный. Этот белый конверт не будет умещаться в черную сумку и будет уголком маячить. Она смотрит на этот конверт, еще лежит он пока не в сумке, она у нее на кровати. Потом в сумке, он как будто обжигает взгляд. Собственно говоря, с этим мотивом связана ее слепота, потому что она заблудилась, ее слепили, пошел дождь, слепили огни других автомобилей, и она буквально ослепла, конечно, она метафорически ослепла, оказалась ну, не на той дороге, да, она сбилась с пути в самом таком метафорическом и буквальном смысле этого слова, сбилась с пути, но это вот, поскольку уже богини Иринии, эти вот богини судьбы вылетели, да, когда она только украла 40 тысяч баксов, они ее настигнут, даже если она решила передумать, даже если она решила стать хорошей девочкой. Вот я как раз вижу эту величавую поступь античной трагедии, да, слышу ее, точнее, в фильме «Психо».
чего нету Ван Сента, я считаю, в ремейке по кадровым. Вот это вот как будто комната возмездия. Это страшная белая комната, это не комната чистоты, это комната смерти, комната возмездия, действительно, да? Судьба ее заманила в эту ловушку. Хорошо, смотрим дальше. И, наконец, вот самое главное, миссис Бейтс с нами. Угу. Что мы увидели и что мы почувствовали? Есть ли желающие высказаться? Здесь очень интересно поговорить про монтаж. Может быть, есть какие-то идеи по этому поводу? Что происходит с монтажом? Какой был монтаж до появления миссис Бейтс, даже до появления, то есть до входа в ванну, потом до миссис Бейтс и после входа миссис Бейтс. Ксения, пожалуйста. Я хотела, наверное, сказать немножко про другое. Давайте, давайте, конечно. Ну вот тоже про монтаж, но, по-моему, это называется монтаж по форме, когда вот там есть вот это сливное отверстие, которое, в которое уходит вода, и следующий кадр — это как бы глаз умершей Мэрион, вот. То есть, и потом там еще, да, перефраз идет с этим опять душем, то есть вот эти три фигуры, то есть вот как бы объединенные, то, что это предметы круглой формы, они как бы как лейтмотивом проходят, но это уже получается уже после того, как совершено убийство. Вот, то есть, и как бы может быть, что вода, вот, которая уходит из души, и как бы вот эта кровь, уносящаяся в это сливное отверстие, то есть как бы что это дело совершено, и оно как бы утекает, и никто про это не узнает. Что вот эта перефраз с этим сливом вот этих порванных ее расчетов, то есть улики смыты. Да, улики смыты с одной стороны, здесь еще может быть, да, и, ну, это тоже, здесь я не боялся банальности, там, утекающая жизнь, утекающая энергия, да, в никуда, да, вот эти трубы какие-то непонятные, да. Мне очень нравится, что вы запомнили сразу это, вот,
захотели проговорить этот вот стык, монтажный стык сливного отверстия и зрачка. Это, опять же, мы вот сегодня вспоминаем Эйзенштейна весь вечер. Это очень созвучно тому, что Эйзенштейн называл тональным монтажом, монтажом по доминанте, когда вот доминанта кадра круглая, да, клеится, склеивается с другой доминантой, очень созвучной, тоже с кругом. И это, конечно, ну, действительно производит сильное впечатление. Вот жизнь, которая уходит, ну, мне это больше как-то вот хочется как-то здесь об этом думать, когда я на это смотрю, да, уходящая жизнь, и вот уже точка, когда все, да, жизнь ушла, утекла. И там, кстати, история, что неправильно они сделали зрачок, потом патологоанатом рассказали Хичкоку, что нужно делать. Я вот сейчас уже не скажу, суженный или расширенный, не помню подробности. В общем, Хич сделал неправильно, потом был очень благодарен и сделал все правильно. По-моему, он сделал расширенный, а нужно было суженный. Так, спасибо. Так, вот у Никиты прекрасный комментарий, да, лучшие монтажные решения были приняты, я согласен, нам нужно еще их разобрать. Так, хорошо, Руслан, пожалуйста. Ну, здесь действительно монтаж такой лучший, лучшие монтажные решения, потому что он очень быстрый. И, наверное, ну, в то время как-то не так часто он использовался в фильмах, если посмотреть старые фильмы. А здесь, вот в этом моменте, он нужен был для, когда вот этот саспенс, а потом после него вот этот скример, наверное, можно даже здесь назвать, хотя это не хоррор, да? Mm-hmm. И, ну, вот эти быстрые смены кадров, это было потрясающе. Итак, потом... мы фиксируем, что меняется длительность кадра. Обращаю ваше внимание, да? Сколько длится кадр до входа в ванную комнату? Там большие панорамы или статичные кадры, очень длительные, да, медленные. Конечно, все очень медленное, значит, либо медленное движение, либо такая статика там в пределах 5 секунд, то есть такое очень, ну, стандартное, да, даже, может быть, чуть выше, чем стандартная длительность кадра к тому моменту. А что происходит после входа в ванную комнату? После входа в ванную комнату начинаются кадры все быстрее как-то. Вот ты сначала... Да, да, они как быстряются. Во-первых, и... заканчивается движение почти. Мы видим статичные кадры. Статичные кадры. Примерно одинаковой длины поначалу, когда она только начинает мыться и радуется этому, да? Вот, да. Такие прям вот один кадр, другой, третий, четвертый. Такая нарезка прям вот... таких устойчивых кадров, правда? Таких устойчивых, предсказуемых, однообразных, правда? Да, очень четких и таких четких, статичных. Да, да, да. Что как бы вроде бы странно, да, но вроде бы они такие, знаете, они, вот мне такое ощущение, что вот, это такое именно субъективное ощущение, вот, такое что-то квадратное, такое очень предсказуемое, простое, понятное и надежное даже какое-то. Вот у меня, это мое субъективное, можете со мной не соглашаться. И потом, когда мы видим, значит, вот это, значит, приближающийся силуэт, что происходит с кадрами, с их длительностью после отдёрнутой занавесочки? Они, когда одергивается, да, они сокращаются. А вот я хотел еще сказать про то, как потом уже она когда падает, ну, как бы, да, и потом уже кадры снова замедляются. Возвращаются хотел... в замедленный режим, да. Да, mm-hmm. И добавить еще, что до вот, когда она начинает мыться в душе, вот эти статичные кадры, они как бы правильные кадры, правильные. Вот мы говорили о правильном цвете там сегодня, mm-hmm. и вот эти правильные кадры. А потом она как бы уже вот этим мертвым глазом, да, зрачком смотрит на, как будто она смотрит на вот эти деньги, да, которые, на сверток, который... Да, камера приводит к свертку, газете, в которой она спрятала деньги, это правильно. Которые прокляты, как бы. Деньги. Да, это проклятие, сказать. Это несчастье. Да, да, да. И деньги, которые ей не нужны. Мы знаем, что они норму не нужны, мы их просто не обнаружим, да, не узнают про них. Да, и они окажутся в болоте. Потом, правда, извлекут автомобиль, видимо, с деньгами тоже. Да, обращаю внимание, как здесь хитро и непросто работает с монтажом Хичкок. Итак, длинные, медленные движения камеры, панорамы. Затем такие прям вот устойчивые, такая гроздь устойчивых кадров, примерно одинаковые длительности. Затем резкое укорочение кадров. Многие из этих кадров длятся менее одной секунды.
Это невероятный такой прям монтаж, да, очень классный. Вот, и затем мы возвращаемся, знаете, вот такое учащенное сердцебиение такое, да, пульс такой, да, зашкаливает, и ну, как бы уже, ну, не то, что выдохнули, но понятно, что все, да, все уже случилось. И, значит, постепенно вернулось к привычному, да, режиму это сердцебиение. Вот еще такая интересная штука здесь, да? Угу. Еще хотел добавить, ну, вот очевидно, наверное, там, что слив воды до этого был слив в унитазе, да? мерзком, а затем вот эта вот кровь вместе с водой сливается уже в ванной, угу. И, конечно, и в этом тоже такой, как бы, связь, да, в том, что, опять же, вода играет, и вот эти смыв грехов, как уже сказали предыдущие участники, он играет свою роль. Угу. Спасибо большое, Руслан. Так, спасибо. У нас следующий, по-моему, Тарас, да? Тарас, пожалуйста. Да, уже почти все сказали про ускорение кадра. Я тогда добавлю несколько моментов, на которые обратил внимание. Когда мы видим уже после кадра со сливом и кадра с глазом, кадр отдаляется, и мы видим, что на глазах героини, ну, я думаю, там капли не просто так были, они выглядят как слезы. И дальше, когда кадр начинает, он не просто камера двигается, она как бы летит уже, как, может быть, как душа это парит уже, последний раз посмотреть, из-за чего вообще все это началось. Вот на это думал обратить внимание. И про то, что когда происходит убийство, нам показывают те же кадры, которые были во время ее умывания, то есть кадр снизу на душ и кадр просто душа с водой, но они уже смотрятся совсем по-другому, не так. А вот как? Это интересно. Тот же самый душ льется, правда, он почти повторно выглядит, да, здесь. А как он воспринимается? Уже после убийства? Ну, теперь это уже не кажется ни очищение, ни похоть, это все закончится, сейчас закончится, перестанет лить вода, это течение в бездну, то, что накрывает сверху безысходность, мне кажется, это так. Угу. Вот, может, чуть-чуть еще? Да, я бы хотел еще добавить про эту душу. У меня прям отрыв этот кадр сюда вызывает, как будто, знаете, вот человека уже нет, знаете, это, ну, господи, ну, похоже на «Выйди и смотри», у Климова мальчик приходит, все, значит, там, всех родственников постреляли, а щи еще горячие, да, чугунок еще горячий, что-то уже, ну, как бы бесполезно, что говорит о еще недавно бившейся жизни. Да. Что такое механическое, да, уже как бы, ну, бессмысленное, что ли, понимаете? Не знаю, как это прям такой вот очень важный момент с осознанием смерти, да, что-то, что продолжает функционировать бессмысленным образом. Вот прям много вот у меня энергии всегда вот на этот кадр уходит, много эмоций. Да, договаривайте, конечно, Тарас. Да, и такой момент, что... Сейчас, секунду. По поводу монтажа, да, точно все сформулировал. Первый план, еще даже возвращаемся к к птицам, все монтажные склейки кажутся правильными, все движения в одну сторону, все нужно. Потом начинается сцена с душем, где все планы одной крупности практически, с разных сторон, то есть уже кажется, ну, лично мне кажется, что что-то не так, потому что монтаж начинает рушиться. Монтаж другого типа совсем. Да, и потом начинается совсем какое-то сумасшествие, где мы видим замахивающуюся руку, героиню, которая укрывает свою грудь вместо того, чтобы там защищаться. Ну, может быть, это связано еще с цензурой. Конечно, конечно. Да, ну, в общем, мы не видим ни уколов ножом, именно самого убийства мы не видим, но это все очень, очень легко и грамотно нас... Мы понимаем, что произошло очень страшное дело. Вот, да, эта сцена очень сильная, сделана здорово. Все. Спасибо большое, Тарас. Так, who is next? Мария, пожалуйста. Ну, во-первых, конечно, меня поражает, что всякий раз, когда я смотрю эту сцену, у меня мурашки, натуральные мурашки. То есть, казалось бы, мы видели уже гораздо более страшные кадры, мы видели настоящие фильмы ужасов, мы знаем, что здесь будет, и все равно ты сидишь весь облепленный мурашками. И, конечно, до Альфреда Хичкока никто никогда так страшно не использовал шоколадный сироп, если мне не изменяет память. Хершес. Это именно он там. Шоколадный сироп Хершес. Да.
Как вы, конечно, уже заметили, здесь опять-таки привет Эйзену и монтажу аттракционов. Но тут есть вот какая интересная вещь. Вы очень правильно, по-моему, сказали, вот что. Вы сказали про вот этот квадрат. Меня все время поражал выбор музыки. Я понимаю, что Бернард Херман, да, который делал для «Гражданина Кейна» музыку и вообще такой бессменный композитор Хичкока, этот выбор очевиден был для Хичкока. Но 60-й год. По идее, развитие джаза, да, вся Америка, она заполнена джазом. И вот здесь, на самом деле, по монтажу очень джазовая композиция. То есть сначала идет квадрат, а потом мы получаем такой фри-джаз. То есть я вполне могу услышать здесь не музыку Хермана, а, например, Эрика Долфи или Чарльза Мингуса, да, ну, то есть привет Косоветису. Вот это очень интересно, как музыка меняется, наполняясь внутрикадровым пространством и тем, что происходит событийно, да, в картине. Спасибо, да, мне очень нравится эта вот, действительно ассоциация с чем-то регулярным, предписанным и, да, импровизационным, да, это правда были такая дикая, какая-то невероятная импровизация, сбацал такой, да. Я абсолютно согласен, что это привет, я думаю, неосознанный Сергею Михайловичу, потому что для меня эта сцена в душе, ну, она такое впечатление на меня производит, какое и сцена на Одесской лестнице в Потемкине, да, такая же вот резня. И мы вспомним, даже если вот, захлёстом, как этот устроен эпизод, там, значит, у Эйзенштейна идут эти вот, значит, ялики, эти кораблики, несутся с продуктами к Потемкину, лестница, все машут, воодушевлены, кадры примерно одинаковой длины, довольно большой для Эйзенштейна, там, 10, что ли, там, секунд, может быть, и там, 8, как-то вот так, да, довольно такие длинные статичные кадры, дальше, как вдруг, да, и вдруг, точнее, интертитр, и начинается вот эта вот рубленная капуста русского монтажа, да, как длящиеся меньше секунды, какие-то невероятные тревелинги по этой лестнице, снова кадры. Расстрелянный глаз. Да, летит, да, коляска, и, вот так же, да. Да-да-да, и там еще же есть дикие вещи тоже по монтажу, когда, да, они даже сегодня дикие, когда мы видим мальчика, крупный мальчик, там, потерял, видимо, отца или дедушку, конечно, не помню кого, и мы вот видим, как мальчик сидит, и вдруг он клеится с невероятно дальним планом этой лестницы, да, прям вздрагиваешь, я вот каждый раз подпрыгиваю на этом месте, ну, даже сегодня так не монтирую, да, это так прямо, ну, радикально просто, да, от крупного плана до такого дальнего плана. Это правда здорово очень, мне кажется, сделано, это правда именно монтаж аттракционов, то есть такое резкое эмоциональное переключение по Эйзенштейну, да, и вот сама эта фигура, вот монтажные секвенции вот в душе, в момент убийства, собственно говоря, это вот чистая Одесская лестница, чистый русский монтаж, типажно-монтажное кино, советский авангард 20-х годов. Это правда, вы вот Тарас говорил про резкое изменение характера монтажа. Конечно, это как в немом кино, вдруг появляется, мы видим один предмет и с разных сторон, с разных крупностей на него смотрим. У нас вдруг появляется немое кино, хотя оно вовсе не немое. Это прям удивительно, конечно, как он это сделает. Здесь, на мой взгляд, идя за Сергеем Михайловичем. Но это еще было видно в первых картинах Хичкока, еще, конечно, в немых фильмах, да. Это просто отточенный стиль мастера. Да. Я соглашусь, потому что у него много очень диалога. Кстати, по поводу вертикального монтажа еще можно тоже сказать, да, потому что я считаю, что то, как музыка Хермана работает, это скрипичный ансамбль, как он работает здесь, как там буквально эти звуки с одной стороны похожи на крик жертвы, с другой стороны на... нечто вонзающееся в тело, да, вот сами эти вот удары, да, ножом, кинжалом, чем-то колюще-режущим. Это же тоже очень созвучно тому, что Эйзенштейн называл вертикальным монтажом. Но здесь прям много очень интересного, да, вот этой зарифмовки, поэтому здорово, что мы... Если сопоставить этот момент, музыку Хермана в этом моменте, ну, мне просто кажется, музыка очень важная для кино, да. Очень похож момент в «Таксисте» с расправой. Да, они на самом деле братья-близнецы, несмотря на разницу в 16 лет, по-моему. Да, да, и это меня поражает всегда, что Херман создал музыку к столь разным фильмам, да, что, ну, где Кейн, где Психо, где Таксист, да, последняя его работа, это, конечно, потрясающе тоже сделано. Великий композитор, вот поэтому, просто. Да, и это просто, ну, отдельная прям большая тема для разговора, музыка Бернарда Хермана, да, в истории мирового и американского, в частности, кино, поэтому страшно
всем рекомендую. Даже у меня на звонке стоит музыка из фильма «Психо», так что я люблю ее настолько, что даже у меня был период, когда я слушал в плеере, хотел по городу и слушал. Конечно, что-то такое действительно странное. Я не люблю, конечно, тему убийства, да, но все остальное там очень классно. То есть я не то, что не люблю, понятно, что не походишь по городу под эту музыку, но там же потрясающие есть какие-то красивые лирические темы. Поэтому очень рекомендую послушать весь саундтрек Эрмана к «Психо». Спасибо большое, Мария, спасибо за то, что мы вспомнили и Сергея Михайловича, и не только, и джазовую эту конструкцию, очень классно. Варвара, пожалуйста, потом Александра. Да, хотела отметить, что, мне кажется, в этой сцене также вот продолжается этот дух античности. В какой-то момент есть ощущение, что эту ванну уступает таким алтарем, потому что когда Мэрион падает, она срывает шторку душевую, и такой полуоборот у нее как саван какой-то происходит. И потом, когда стекает кровь, смешанная с водой, это как вот по желобу, да, после жертвоприношения такая вот идет. И, да, музыка, конечно, в этот момент, ну, там, если я не ошибаюсь, скрипка, да, идет, и в какой-то момент удар смычка как удар ножа, просто повторяю. Да, это скрипичный ансамбль, это не оркестр весь, да, это скрипичный ансамбль, и тут разные скрипичные инструменты, и скрипки, виолончели, контрабасы, альты, и тут, конечно, потрясающе работают скрипки здесь, безусловно, да, да. Конечно, они буквально, это то, что называлось Эйнштейн шумовой музыкой, когда вот оркестр, инструменты оркестра имитируют какие-то звуки в реальности, да, вот как, например, озвучивали для немецкой премьеры Потемкина вот эту картину, как раз, да, использовалась шумовая музыка. Да, так. Спасибо, Варвара, что-то еще? Тогда Александра, пожалуйста. Так, я включилась. Ну, если по порядку, вот начиная от момента, когда начинается резкая смена кадров, когда он ее бьет ножом, такое ощущение паники и ужаса, вот это вот метание. Потом мы видим, как через секунду уходит вода, вот это окрашенная, и вспоминаются предыдущие кадры, где она пытается себя смыть, что-то вот мне не показалось ее настроение безмятежным, она скорее вот пытается с усилием, как бы, как человек, который чувствовал вот зуд, и ему наконец удалось почесаться, она наконец себя вот смывает и чувствует облегчение, смывает вину и события дня. И дальше вот мы видим, когда воду окрашенную, уходящую в сквозное отверстие, кажется, что вот наконец вместе с кровью все-таки все это наконец смылось, что она пыталась смыть. Ну и вот в то же время мы видим, конечно, да, рифмуется слюнное отверстие и уходящая вода, и жизнь уходящая из зрачка. Ну, mm-hmm. И вот дальше, как уже говорили, да, вот это вот душ, который, вода, которая продолжает течь из душа, такая вот реальность, которая продолжает существовать уже, когда человека нету, такая неумолимая, безжалостная и равнодушная, и дальше переходит там кадр в спальню, где тоже обстановка вот, остается такой же, как когда она еще была жива. Uh-huh. И только что мы видели, что вот, с нее было вот все смыто, и в спальне мы видим, там же, по-моему, сверток с деньгами, да, вот камера нам указывает на первую причину, на, собственно, вину, да, предмет, который сделал ее виноватой, uh-huh. Это самая вина, которую она смыла с кровью. Угу. Да, хотя уже формально и передумала, и была готова эти деньги вернуть, да, но действительно закон судьбы не позволяет, да, сделал, то есть есть у него как бы такая высшая нравственная компенсация, сделал один шаг, все, будь любезен, заплати за него, сделать вид, что ничего не было, деньги так просто пойдем у меня дома, выходные дни невозможно, да, нужно платить. Да, спасибо большое, Александра. Я хотел еще вспомнить вот в контексте как раз разговора с Марией по поводу Эйзенштейна, мне же еще очень нравится, в какой момент погибает Мэрион Крейн, я имею в виду, в какую часть фильма она
погибает раньше середины. Примерно на точке 2/5. А если мы вспомним Потемкина, там же есть знаменитый момент, да, когда у нас есть масса, много-много людей, массовидный герой, нет главного героя, и постепенно вроде бы мы начинаем кого-то там уже идентифицировать, мы уже выделяем Вакуленчука, одного из зачинщиков этого бунта, этого восстания, и как только вот мы, я помню, на первом просмотре фильма «Лавгики» уже кричали экрану, очень шумно смотрели кино, кричали экрану: «Вакуленчук, давай, давай его, ну-ну-ну!» И когда, значит, там герой Александрова покушался на этого Вакуленчука, ну да как же так, нет, не смей, не трогай Вакуленчука. Как только мы себя с ним соединили, Эйзен его и убил. Примерно на той же самой точке. Не ручаюсь, что прям ровно тюрик-тюрик, но примерно на точке 2/5 происходит в фильме. То есть точно, это точно, на точке 2/5 Хойзенштейн, он сам это писал. И примерно на той же точке 2/5 это происходит у Хичкока. Да? Причем Джанет Ли была главной звездой фильма. Вы приходите на фильм, не знаю, с Эммой Стоун, или там Анджелиной Джоли, или Брэдом Питтом, и его сливают, извините, по сюжету фильма раньше середины. Это немыслимые вещи. Просто такой удар под дых для зрителя, для аудитории. И Хичкок, конечно же, прямо ну, здесь очень здорово манипулирует аудиторией. Потому что главная звезда фильма убита. Она не может быть убита раньше кульминационной сцены. Так устроена некая конвенциональная природа жанрового кино. Как так может быть, и вдруг это происходит? Это такая тоже, мне кажется, эйзенштейновская штука здесь. Мне еще очень интересно, очень классный комментарий Варвары, интересная мысль о некой сакральности, да, сакральных образах. И, собственно говоря, действительно, вот, кровь как священная, жертвенная кровь. Более того, сама занавеска, это, конечно, она вызывает ассоциации с Иерусалимским храмом и с этой завесой в скинии собрания. Это тоже, конечно же, такой сакральный образ. Такая прям интересная тоже тема для размышления. Да? Сакральная в этой сцене, сакральная в этом фильме. И, конечно же, очень важно помнить, что Кодекс Хейса не разрешал показывать убийство напрямую, не разрешал показывать обнаженную грудь, не разрешал показывать кровь. А все зрители этого фильма были убеждены, что они видели красную кровь в черно-белом фильме. Видели момент, когда нож входит в тело. Этого момента не было ни разу. Мы видели отдельно нож, отдельно тело. Нож на фоне тела, но самого входа никогда мы не видели. До входа оружия в тело. Это все музыка и монтаж делают с нашим восприятием. И, конечно же, все видели обнаженную грудь Джанет. Хотя формально мы не видели здесь ничего. Но наше сознание, наше воображение все дорисовало. И вот монтаж, который связан на этой дефицитарности, на некой нехватке, на непоказывании чего-то целиком, о неких намеках только на это, вот он позволяет нам включаться и домысливать, докручивать это в своей голове. Друзья, так, Варвара, у вас какая-то реплика, или вы еще руку не опустили после прежней реплики? Да, прошу прощения, не опустила. Да, хорошо. Друзья, наше время подходит к концу, к сожалению. Да, видите, мы едва-едва успели. И, конечно же, ну, то есть успели формально, я имею в виду, поговорить про сынов души, по-моему, не наговорились. А с нами ли Яна Бомбас? У нас есть Яна, которая занимается как раз исследованием титров и нам рассказывала про Сола Басса, замечательного совершенно человека, который делал, помогал Хичкоку делать эти вступительные титры. И Яна также расскажет сейчас, по моей просьбе, если можно, Ян, в двух словах про роль Сола Басса в создании сынов душ. Да, расскажу. Как раз сижу и думаю, надо бы как-то немножко восстановить историческую справедливость, а то все Хичкок. Да-да-да, это не так. Да, и связать как-то с прошлым нашим разговором про титры. Я напомню тем, кто был, а тем, кто не был, немножко да, расскажу про титры к «Психу», который делал дизайнер Сол Басс, который произвел вообще революцию в титрах и привнес в него много нового. И он же, как оказалось, делал раскадровку к сцене в душе и к еще каким-то сценам, которые были якобы вырезаны. Вот. Но Хичкок отрицал этот факт, и Трюфо у него спрашивал в этом знаменитом, значит, их разговоре Хичкок-Трюфо,
спрашивал, а вот Сол Басс, он же не только титры делал, но еще же он раскадровку сделал к сцене в душе. Кичко говорил, не-не-не, это все я. Это я такой молодец. Вот. А Сол Басс, ну, он сначала пытался как-то отстаивать свое авторство. Вот. Ну, есть рисунки, да, я их видела, но я не уверена, что это прям рисунки Сол Басс, но, может быть, это его. Потому что, мне кажется, это вполне в его духе сделать очень, ну, какую-то такую ритмическую сцену, да еще так классно положенную на музыку. Хотя музыка была написана потом. Вот. Но вот эти все сочетания, мне кажется, это очень в духе Сол Басса. Вот. И... А потом, когда у Сол Басса уже после смерти Хичкока спрашивали, ну, вот как вы относитесь к тому, что Хичкок отрицал ваше авторство? Он говорил, слушайте, ну, «Псих» — это стопроцентный хичкоковский фильм. Поэтому все, что здесь сделано, это сделано Хичкоком. Пусть это с моим участием, но это все Хичкок. Вот, но реально, как бы, раскадровка прям лежит Солу Бассу, мне кажется, это, ну, клево. И стоит об этом знать, да, то, что дело не только титры, но еще какие-то такие фишки внутри фильма, которые так круто работают и так, и о которых можно так много говорить. Спасибо большое, Яночка. Мне студенты мои даже подарили, ну, какую-то копию этой раскадровки. У меня даже в кабинете на канале «Культура» висит в рамочке эта раскадровка. Я не знал, что это Сол Басс, по всей видимости. Буду теперь знать, что это не просто, понимаете, что это не рука Хичкока самого, а буду знать, что это, скорее всего, это, видимо, Сол Басс, да. Так что, видите, у меня... Я прямо перед глазами вижу этот сториборд, да, эту раскадровку. Она действительно потрясающая. Да, у Сол Басса была, как бы, я не помню, вписан ли он в «Психо», в титрах, как... не только дизайнер, но и как консультант по визуальным эффектам. И тоже он был консультантом, да, не только у Хичкока, но тоже у других режиссеров. То есть какие-то сцены к нему прям обращались, чтобы он им придумал какие-то сцены вот такие классные. Спасибо огромное, спасибо. Вот мы, видите, не только Хичкока произнесли имя, не только Бернарда Хермана, но и имя Сола Басса, тоже это важно. Очень. Вот понятно, что миллион еще имен не произнесли, но, друзья мои, мы уже 2 часа с вами сидим. Думаю, что действительно пора вас отпускать. У нас есть буквально пару минут какие-то вопросы. Вот сейчас, я помню, был вопрос, сейчас вспомню от кого, мне кажется, от Никиты же был вопрос по поводу жанра, потому что действительно большая очень теоретическая проблема, где кончается триллер, начинается хоррор. Тут коротко не ответишь. Я считаю, это триллер, потому что триллер, ну, я вижу та границу между двумя этими жанрами. Триллер нам показывает ирод, давайте так, чуть подлиннее. Обычно считается, что если объект страха рациональный, ну, там, дяденька, там, не знаю, преподаватель Московской школы кино, например, да, или там, не знаю, женщина, которая дает конфетку ребенку, вот, то, ну, такой рациональный, то это триллер. А если ир, то есть сверхъестественный, да, там, ведьма, зомби, там, значит, монстр какой-то, которого нет в реальности, это хоррор. Есть тонкости, да, что не совсем так удобно, и мне кажется, что чуть тоньше граница, я вот здесь уже даже проговариваюсь, в природе самого страха, не то, как устроен объект, а как мы, что мы чувствуем, как, точнее, какие чувства фильм нас побуждает, каким чувством он призывает. Страх рациональный, страх маньяка, страх убийцы, страх, не знаю, ну, кого-то, да, очень понятного, да, рациональный страх. Это страх триллера. И триллер, как правило, строится, он возникает как история преступления, которую мы смотрим, которая перед нашими глазами разворачивается. Такой триллер исторически – это антидетектив. Детектив – это преступление скрыто. Мы включились, когда уже все случилось, и уже реконструируем преступление. А в триллере мы как в детективе наизнанку, наоборот, видим все события, вот прямо они перед нашими глазами происходят. Мы можем видеть это через жертву или через преступника, можем быть на стороне преступника. И, собственно говоря, что в первой части перед нами история воровки, который украл 40 тысяч баксов, а потом история парня, который пытается скрыть преступление матери своей. Вот это все-таки триллер, да, перед нами рациональная природа страха. Вот некая мамочка, сошедшая с ума, или некая воровка, которая
значит, там, крадет деньги. А хоррор работает с иррациональным страхом, страхом темноты, страхом вот, мертвеца. Да? Вот вам скажет любой циничный взрослый человек, что нечего бояться мертвых, бояться нужно живых. Но это же очень детские страхи. Да? Что такое мертвый человек? Что такое вообще там, да, по ту границу нашего и иномира? Это прямо такой интересный момент. Вот. Я не могу сказать, что в психо совсем нет элементов иррационального страха, но все-таки базовая сюжетообразующая конструкция, скорее всего, связана с рациональным страхом и с естественным его источником. Это если коротко про разграничение триллера и хоррора. Теперь вот вопрос следующий. Да? Стоит ли смотреть кино с преднастройками, полученные в ходе обсуждения чтения книги, и лучше сначала посмотреть и потом принимать участие в подобных мероприятиях? Спасибо огромное за встречу. Спасибо вам. Никита, здесь нет правильного ответа на этот вопрос, потому что фильмы разные, во-первых. Есть фильмы, которые не требуют никакого, не требуют никакой подготовки. Кстати, «Хич», я думаю, не требует. Можно просто смотреть с чистым сердцем, открытой душой, включенным мозгом. Есть фильмы сложные, которые требуют действительно подготовки. Ну, например, фильмы Тарковского. Мне кажется, вот не все там может быть понятно сразу. Поэтому, наверное, стоит, ну, что-то почитать о том, как устроен мир Тарковского, кинематограф Тарковского. Потому что много символов, много каких-то, много требований. Сам автор это делает, сам автор требует. Много требований интеллектуальной внутренней работы, да, которая вы должны произвести. Не, вот не расслабиться, да, и просто быть ведомым автором, а именно вести некий диалог. Это вот Тарковский как раз, да, он про диалог. А Хичкок и, мне кажется, Эйзенштейн больше про как раз вот такую, то, что Клок называл электрическим сном наяву. Нужно просто вот в этот сон как бы погрузиться, и дальше автор сделает с тобой все, что считает нужным. По-разному, разные кино, разные фильмы, и разные мы тоже для разного смотрим кино. Я обожаю смотреть кино с блокнотом. Мне очень нравится вот все записывать и соотносить. Все мои гипотезы, там, не знаю, процентов 90 окажутся в мусорном ведре, потому что, ну, это просто гипотезы, которые я отбрасываю потом. Вот. У критиков есть такая фраза, что первый просмотр, на самом деле, второй просмотр. Я бы сказал, что первый просмотр, на самом деле, третий, четвертый, может, пятый просмотр. Потому что при первом просмотре мы просто знакомимся с фильмом, с его сюжетом, с общим. Как, да, это такая обзорная экскурсия по городу, если хотите. А уже второй, третий, четвертый просмотр – это уже настоящие просмотры. Когда уже мы держим фокус, мы уже внимательно смотрим на что-то. Мне предстоит, когда мы только что с коллегами обсуждали, что нужно писать будет текст про довод Нолана, и будет пресс-показ, и сразу после него нужно писать текст. Я говорю, господи, разобраться будет в этом фильме, а они уже ходят слухи, разобраться бы в этом фильме с первого раза, потому что там, я люблю фильм смотреть, не знаю, там, я писал про Дюнкерка, да, картину, я там раз 10 посмотрел, кучу схем нарисовал, кучу схем выкинул, потом нарисовал новые, и как-то, я считаю, более-менее разобрался в этой картине. С первого раза тяжело, тяжело, мне тяжело. Для меня первый просмотр, какой-нибудь десятый просмотр, большому-то счету. Вот я всегда страшно удивляюсь, всегда удивляюсь этим семинарским нашим открытием, потому что для меня очень много нового, для меня очень много неожиданных вещей. Там, опять же, тема сакрального, например, да, тема джаза, ну и так далее. Много всего, что для меня не очевидно. И в этих семинарах я учусь не больше, чем, то есть не меньше, чем вы. Поэтому для меня это всегда что-то очень важное и увлекательное, и это прям открытие самое настоящее. Вам большое спасибо, друзья. Было очень интересно, это правда, наполняюще, вдохновляюще. Спасибо большое. Всем спасибо за участие, спасибо за вашу активность. Это очень важно. Я хочу сказать, что вы уже сегодня упомянули книжку Трюфо / Хичкок. Она у нас называется «Кинематограф по Хичкоку Трюфо». «Кинематограф по Хичкоку» в русском переводе. Книгу эту нужно, мне кажется, полистать. И там есть потрясающий как раз разговор по поводу психо, и там много чего интересного. Я вообще очень люблю эту книгу советовать. Я сам так делал. Фильм посмотрел, почитал, что говорит про Хичкок, фильм пересмотрел. Следующий фильм посмотрел, почитал разговор по этому поводу с Трюфо, там прямо по фильмам эти главы разбиты. Фильм пересмотрел. Как-то вот начинает все это в голове систематизироваться, укладываться. Вот, кому интересно еще, то я вам рекомендую, вот у нас на днях должен выйти подкаст
крупным планом, который мы делаем совместно с командой Кинопоиска, с своим соавтором Дулетом Жанайдаровым. Мы тоже обсуждаем как раз психо и, может быть, не так подробно устройство конкретных сцен, а скорее вообще влияние этого фильма на дальнейшее развитие кино, на вот его значение в мировом кино. Вот на днях должен выйти подкаст. Кому интересно, пожалуйста. Можно это найти в моих соцсетях, ссылки в соцсетях Кинопоиска, на сайте Кинопоиска, пожалуйста. Ну и, конечно, очень рекомендую фильм пересмотреть, да, вот просто для себя, это, мне кажется, будет очень интересно, с теми какими-то задачами, с теми вариантами фокуса, которые мы обнаружили сегодня. Это страшно интересно. И, конечно же, приглашаю всех 5 сентября на День открытых дверей, в школе будет День открытых дверей. О, спасибо большое, Руслан, я ведь еще не в курсе. День открытых дверей, у нас будет он и в офлайн, и в онлайн-режиме, в таком смешанном blended формате. Я там представлю программу «Практическая кинокритика». Кому интересно, пожалуйста, приходите, буду рад видеть вас и очно, и заочно в онлайн-формате. Большое спасибо, спасибо Елене, которая помогает нам техническим образом сегодня все это производить. Спасибо большое вам, дорогие друзья, за вашу активность. До встречи у нас на мероприятии в школе. У нас почти ежедневное мероприятие. Присоединяйтесь. Спасибо и доброго вечера. Все, вот вам огромное спасибо. Да, друзья, все, спасибо, завершаем. Спасибо, Леночка, спасибо. Всего хорошего, завершаем.